Ловко я это с плашками придумал. Всем привет, дорогие друзья. Всем снова здравствуйте. Добро пожаловать на Лигу Чемпионов Бизнеса. С вами, как всегда, Михаил Лампа. И сегодня я буду не один. Мне компанию составит 49. Привет, дорогой. Да, привет. Ну что ж, сегодня мы вместе для вас прокомментируем матч. У нас сегодня планируется рубка, значит, финал верхней сеточки Серебряной Лиги. Сражаются СРБ против ГК Астра. Но прежде чем мы начнем, давайте я напомню, собственно, куда вы попали. Итак, дорогие друзья, вы попали на Лигу Чемпионов Бизнеса. Это крупнейшее корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается аж с 2010 года. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году. Тогда он проводился только среди московских компаний, но постепенно стал охватывать все больше компаний из других городов и стран. За это время было проведено 9 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняли участие игроки из 16 стран мира и свыше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. И сейчас, друзья, мы наблюдаем за юбилейным 10-м сезоном. Также хотелось бы напомнить, что генеральный партнер Лиги Чемпионов Бизнеса это, конечно же, Lanit. Группа IT-компаний Lanit, как лидер отрасли информационных технологий в России, продолжает драйвить корпоративный киберспорт как внутри своих компаний, так и на внешних площадках. И Lanit сделал просто нереальный подарок юбилею чемпионата и увеличил призовой фонд аж до 1,5 миллиона рублей. И самое главное, теперь он распространяется не только на сильнейшие команды MVP игроков Золотой Лиги, но и на команды-призеры Серебряной Лиги, которые мы прямо сейчас с вами, дорогие друзья, и будем смотреть, что они там играют уже. Да, они уже действительно играют. Ты готов врываться? Да, конечно, я здесь. Итак, поехали смотреть пики, дорогие друзья. Сайбер и СРБ у нас будут играть за Свет. Тим Астра играют за, собственно, Тиму. Что у нас по пикам банам? Забанили у нас Сайберы, Акса и Магнатавра. Кстати, достаточно непривычные баны в первой стадии видеть подобные. Ну да ладно, Тим Астра подбанили Медузку и Лича. Давай рассказывать. Смотри, есть некоторый спойлер, что ты у нас играешь как раз-таки за СРБ временами. Ну да, бывает, там что-то поигрываем. Смотри, я сразу тебе хочу сказать, вот ПЛ в пике, ну просто можно брать и не париться по поводу того, что вы дальше будете драфтить. Вот, я бы просто забирал бы инста сейчас ПЛ, если так смотреть. А кто, ну, это на самом... кто у вас керрит? Керрит. Так, Клеш Миди. Киосаг играет на легкой. Берут Undying'а, я бы Undying PL бы просто закрывал бы, и все, будет фришная линия для PL'а, как по мне. Но это ДП-шка. Это ДП-3, кстати. Ну, естественно, флейновая сейчас в основном ДП-шка, если и входит, то всегда в харду. Undying, как я понимаю, пойдет четверочку, да, у СРБ? Ну, не факт, кстати, Undying'а можно в легкую поставить, просто сделать фрилайн для своей кэрри. Ты просто на Undying'е идешь соло, гоняешь двух героев, как по мне. Так что опции, опа, то, кстати, опа, специально для тебя, походу. Но вы проиграли, все, ваша команда СРБ проиграла только что в пике Легион Командер. Знаешь, как Легу контрить? Легу? Да. Да никак, я же тебе говорил, что будет 2 по 20. Она просто не вывезет все свои айтемы и все. А как ты Легу контришь? Ну, у тебя довольно-таки много игр, кстати, сыграно на этом герое. Ну, больше 3, да. Ну, Лего не любит 2 айтема. Первый Линка, второй Алибарда, все. И Лего такая, блин, еще Госкиптер не очень любит, и Зерил не любит. Все, что мешает ей бить, примерно, она не любит. Но самая противная Линка, конечно, потому что Лего Линку сбивать не умеет. А брать она себе Линка сбивающая ничего особо не хочет. Постоянно нужно ныть тиммейтам, чтобы они сбивали.
Ну почему? Есть еще нейтральные айтемы, которые можно просто себе поставить, если что. Но это прям надо, знаешь, это прям макро надо очень хорошее иметь, чтобы все это быстро прожимать. Прям молниеносно. Вот. Но опции есть. Мне просто больше нравится то, что у них Oracle как-то есть. Вот, все-таки это тот герой, который может там приостановить. Который любые... может мешать легионке бить в дуэль, да. Повесить на нее дизарм и такая, иди ты. Да. То есть ты сразу в будущее смотришь, что будет именно так файт проходить. Я подобные файты уже видел. Некоторые люди крепко обмазывались пивом, поэтому я не буду называть кто, но бывало. Можно тогда ребятам из Тимастера просто Пугнуща попросить взять, чтобы вообще прям для легионки была песня. Кстати, а Пугна же достаточно крепкий, сильный герой сейчас. Его можно поставить и для сайберов сейчас, какую-нибудь четвертую позицию. Undying в 5 отправить. И это как раз против дуэльки. Да, у них, смотри, вот у них Undying флексится, то есть они могут переставить лайны, ну, легко. Ну, ДП скорее, ну, не скорее всего, там 99%, что это будет именно для тяска. Тройка, да, да. Да, а вот с Undying можно флексить просто. Так что опции есть. Я вот не знаю, почему все игнорируют ПЛа. Ну, потому это что он не так хорош, как тебе кажется. Это не самый сильный герой патча. Вот Медузу игнорировать нельзя. Рики можно игнорировать. А кто там еще? Сларк достаточно сильный сейчас. Ну, то есть вот таких вот метовых героев. ТБ там какой-нибудь условный тоже очень сильный. А ПЛ что? ПЛ всегда боялся молнии, ПЛ всегда боялся контроля и заканчивался за счет этого. Плюс, если ты ПЛ на начальной стадии игнобишь, то ПЛ потом просто не всплывает вообще никак. Да, пока он себе диффуз фармит, у него база падает. Такая вещь есть, да. Ну, не знаю, там ребята играют на всем, на самом деле, из Cyber. Тимастер вообще не знаю, там на каких героях они играют, вот, поэтому говорить сложно. А вот ребята из Cyber, у них пол героев очень большой. Ну и плюс флексит очень сильная роль. То есть они, если что, в любой момент могут переставить. Угу. Так что посмотрим, что доберут. Так, получается, если это у нас финал верхний, то, видимо, Астра и Cyber еще не встречались, да? Сайбер Астер, нет, вроде бы. Даже перепроверяю. Сайбер и Победа, они сверху выбирались. Астра. Ну да, естественно, они не виделись. Хотя нет, да, все правильно, это я уже в конец сетки смотрю. Да, пиво на мне. Действительно, они не виделись. Поэтому впервые будем смотреть на то, как они играют. Ну что у нас по пикам? Забанили ОДС, Ларку, Урсика. Еще в новой стадии у нас Тимастра. Наконец-то 15-й пик. Сейчас дождемся, будем посмотреть. Забанили бабку. Слушай, после Золотой Лиги я крепко удивляюсь с банов. На мету плевать, как будто бы игрокам. Ну какая бабка, ну почему? Нормально. Хорошо. Ну, без негатива, разумеется, но просто, опять же, непривычно видеть подобные баны. Есть куча героев, которых не хотелось бы видеть, но... Ну, возможно, это респект бан, на самом деле. Я просто... О, кстати, да. Пугна, слушай, прочитано получается. Ну, это точно за 20. Вот тебе... Я теперь это вижу прям вот. Но на самом деле, если Лего выфармливает себе ранний БМ Даггер, то это Пугна вообще не проблема. То есть ДПшка ничего не сделает в дуэль, Undying, ну что там, Decay Soul Rip накинет на похилить, это же Пугну. Просто на самом деле, смотря в данный момент на пик Сайберов для Легион Командер, как раз топ-1 MVP сейчас того, кого нужно пинать, это именно Пугна в данный момент. Поэтому, скорее всего, ему на лицо она и будет прыгать. Так что про 20 тут пока не уверен, посмотрим. Очередь сил тьмы выбирать героя. ТХД подъезжает, возможно, пойдет вместе с Лего играть, будет кидать под дуэль айспас, что прям совсем с кайфом. Ну и что, 15-16 пики посмотрели, интересно, какие у нас еще коры появятся и будут ли их выгуливать сейчас, что мы видим. По два саппорта уже обе команды показали, кого сейчас, наверное, все-таки керри или мидера, как думаешь, будет показывать Астра? Я не знаю, наверное, Кэрри все-таки возьмут кого-нибудь. Бладсикер. Да, Бладсикер легкую. Так, ну это 20-минутная для Астра, походу. Да, не. Так, это ВР-ка. Это сломанная ВР-ка, да. Это ВР-ка, которая сейчас, не побоюсь этого слова, трахает все. Вот, кстати, SQ, Артема, которого нет, это его прям сигнатурный герой. Он показывал просто на ЛЧБ, как надо просто разваливать в Солянова на этом герое. Вот. Но сегодня он сидит на скамейке запасных, смотрит стрим. Артем, привет, кстати. О, здравствуй, Артем. Артем, не переживай, на ВР-ке есть кому сыграть.
Все нормально. Так, ну и не хватает керри, получается. Что, как думаешь, шансы на ПЛ есть еще какие-то? Ну... Против Блудсикера. Блудсикера? Да не, зачем? Уже ПЛ нет. Я просто думаю, что вот связка Oracle плюс Джакира, ну, не такая мобильная. То есть вы будете 100% привязаны к лайнам, как в то время Пугна может просто ходить, там, не знаю, с тапком помогать на других сайдлайнах. Поэтому мне вот за счет этого, за счет мобильной Пугны, пик Сайбер больше нравится. Вот. Как минимум, не еще знаю. Тамбу особо нечем ломать в данный момент. Ну, там Бутсикер, конечно, может под атак спидом ее пробовать ломать. Ну, такое. Если грамотно тамба поставится, то это проблема для Астры может быть. То есть уже замедло, сверху ДПшка со своим экзорцизмом, ВРка со своими шиклами, фокус-файерами. Ой. Слушай, может это ВРка пост один? Я такое уже видел, кстати. Может быть, но почему-то больше кажется, что медовые, не знаю. Ну да, у них еще ласт пик, поэтому... Скорее всего, медовая должна быть. Да. Так, кого там еще подбанили? Шторма сами Сайбер отправили, сейчас будет ластбан от них, и тем мастера забанили у нас Гулю и Террорблейда. Как раз вот полностью по мете работает у нас тем мастера, забанили Пангольера, также еще, собственно, Сайбера. Ну что, время ластпиков. Кого не хватает? Тройка есть, четверка, пятерка есть, керри есть, не хватает мидера для Астры. Пум-пум-пум-пум. Осталось 10 секунд. Не знаю, с одной стороны показалось, что ОД какой-то был бы прикольно, но потом не, как ОД, бы нет. ОД в бане. Сами забанили причем. А, он еще и в бане, да. Всем хорошей игры. Спасибо, Аристократ. Здравствуй, дорогой. Тун-тун-тун-тун-тун. Не знаю, мне что-то на ум так герои какие-то не приходят. Все-таки, когда да. в мету зацикливаешься, пытаешься героев с мета вспомнить. Потом смотришь слева на колонке и понимаешь, что там большинство героев просто в бане уже. И да. ты такой вспоминаешь, ага, что там осталось. И именно поэтому все время хотел себе распечатать полную сетку героев и все время забываю это сделать. Очень не хватает, чтобы подглядывать на кого там еще. У тебя же, может, второй монитор есть там. Там вывел, посмотрел или нет? У меня на втором мониторе другая информация. Я понял. Нужен третий монитор. Надо третий. Да, да, обмазаться по полной. Ну что, 30 секунд резервного времени остается всего у Астры. Крепко они призадумались над ластпиком. В свою очередь, полторы минуты есть еще у Сайберов. Будет крепко времени на подумать. Что, пора уже выбирать какого-то героя. Центральный коридор. Надеюсь, не будет никаких замашек на медового Блудсикера или ЛЦ. И да, это Эмбер Спирит. Кстати, отличный герой. Да, неплохой, кстати. Хороший пик. Инста просто. Ну, Рики ведь не так хорош, как его рейтят. Не в этом дело, ребята просто уверены в себе на 1000%, поэтому... Не, на уверенности я не спорю, на уверенности играть круто, но... Не знаю, насколько хорош будет Рики против Сикера и Эмбера, и Леги. Ладно, засекай, я думаю, через 20 минут ты будешь говорить совсем другое. Не, давай, окей, на таймер ставим, хорошо, давай, поехали, попробуем поиграть в эту игру. Давай. Ну, кстати, Эмбер реально хороший пик, мне нравится. Да. Вот здесь он прям может раздать. Но единственное, что вот у них пик силы, если они выформят свои айтемы тимастера там в минуте 20, у них будет прям такой лютый пик силы, они могут прям идти давить хорошо. Есть все. И на бутсикере какой-нибудь. Ну, там на БС, наверное, все-таки айтем билд всегда стандартный, там Молдшторм, БКБ какой-нибудь, и поехали. Просто вопрос в том, что дадут ли этому Блудсикеру нафармить все это добро. У них просто... Они СРБ очень могут быстро карту законтролить. Вот, они будут стараться это делать максимально быстро. То есть будут первые катапы идти, они будут пытаться пушить Т1, поставить вижен какой-то и просто отрежут максимально весь фарм для вражеского кэрри, поэтому может быть проблема. Ну, не знаю. Ну, до early game, до mid game, твой предикт, за кем будет перевес по голде? Ну, объективно же хочется, да, судить? Да, объективно, не за свое. Ну, я бы так 50 на 50 поставил бы. Мне вот тимастер пик, ну, нравится реально. Просто вопрос в том, как они его исполнят. Дота плюс, кстати, Дота плюс ставит предпочтение для сайберов 51%. Ну, я почти угадал. Немножко ошибся.
Так, я тут тоже немножко ошибся с командами. С РБЛ у нас играют слева, собственно, за свет, ребятушки. А ГК Астра будут играть у нас справа за тьму. Ну что, зажимается смоук от Астра. Бегут они через троечку. Если там вард у кого-то, да, опс должен сейчас стандартно. А ты мои пики видишь вот эти? Нет, твои не вижу. Не видишь, хорошо. В общем, смотри, да, они еще хорошо обходят именно по дуге. И просто сейчас может Тиаск отправиться в зрительный зал. Так, а если кровавая граната какая-то? Да, кровавая граната Оракул есть. Оракул задувает. Фисты. Ну, Альфа Ромео здесь не должен вообще никуда там уходить. Очень много там уже. Да, 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 да. Дает первую кровь, зарабатывает у нас, собственно, как раз Легион Командер, который очень нужны деньги на первых порах. Не так хорошо, конечно, как было бы какому-нибудь мидеру. А, и на будет имбере. Уже что, пруны можно было эти забирать? Угу, сдавать. Чё ты говорил? Я говорю, руны просто пингуют там, ребята, что они в пятером вышли, вот Шеп сразу побежал. По рунам 2-2 будет стандартное, чего интересного. Ну да. Грамотно очень, кстати, эти мастера обошли, именно по дуге внутренней. Угу. А, ой, по внешней. И тем самым там ребята просто в лоб не столкнулись. Ну ладно, ничего страшного, пятерку забрали. Вот, кстати, я тебе это говорил, что, скорее всего, Альфа Ромео упадет в легкую на эндайнге, просто стараться мангусиками отзонить, ну, дать фарм просто своему кэрри. Угу. С гранатой, кстати, Рикимару. Интересно. Так, ну что, перестопил здесь все-таки трипл С. Видел этот момент с вардами? Не, а я сейчас в центральный коридор снимал. Ты в центральном коридоре смотришь противостояние. Да, я что-то на нижней линии было что-то, да? Видимо, пропустил я немного момент. Опять ломается центр очередная от 2B. Так, ну что у нас в центральном коридоре? Перестопил, как я уже говорил, трипл С своего оппонента. Клеща. Но пока здесь все ровненько. Мне очень интересно смотреть, как Рикимару будет на первых левелах качаться против Долбриза, Джекира. Как будто ему должно быть очень больно. Хотя нормально, Альфа Ромео на плюсовой с дикеями выходит. Уже косарь хп. В целом, может быть, сейчас что-то и придумают. Сверху блудсикера крепко прогрызли. Свормы взяла себе ДПшка на первом уровне. Крипов добивает, все хорошо. Шеп пока что стоит, фотографирует. Что он планирует? Он, видимо, планирует отвести. Да, здесь крипов параллельно убивает Легион Командер. Отвел я только камеру, уже погибает Анальфа. Ромео также на плюсовой пытается догнать здесь еще и Ботекса. И умирает. Отлично. Заигрался немного. Будет в бане, да, аристократ. Так, ладно, продолжаем смотреть, окей. Кичсак себе... А, погоди. Как у него правильный никнейм читается? Так, я тебя... Ты пропадаешь, короче. Я тебя частично слышу. А знаешь, почему ты меня частично слышишь? Теперь я понял, в чем проблема. Потому что я на среднюю кнопку мышки вожу камеру, а у меня на среднюю кнопку мышки в Дискорде мут. Так, срочно включай режим крепкого комментатора, я в настройке. Все окей. Ну, пока ничего интересного тут не происходит. Спасибо. Я только вжился в роли, а ты все испортил. Но на самом деле ты ничего не пропустил, поэтому продолжаем смотреть. Так, вот сейчас вот я комментирую, слышно, да? Я пока все стабильно пропускаю, кстати. Слышно? Слышно? Только ФБ не пропустил. Не слышно. Так, а почему так? Я же убрал. Так, вот сейчас слышно меня, да? Всё, да. Все, отлично. Мне же как-то легче стало, когда я услышал, все нормально. Так, ну что, по файтрекапу 287 голды для ГК Астра зарабатывают они здесь. 1-3 пока по киллам ведут, но ничего страшного. В центральном коридоре, как мы видим, собственно, все стабильно. Клещ ведет по крипам, 17-5 у него крипстат. Крепко он обгоняет Эмбер Спирита, 9-0 у него. Удивительно, что умудряется здесь перекаэсить. На самом деле, я думал, как будто бы Эмбер должен посильнее быть в плане КС в миду. Но, возможно, личное исполнение что-то в этом духе здесь роляет. Что у нас в топе? Шеп продолжает фотографировать кусты. Тиаск добивает всех крипов. Отлично. Топ-3 по крипам. Собственно, это как раз у нас Сайберы. 3 кор позиции. Все у них хорошо. Блудсикер что-то. Я смотрю, у него прям крепкие проблемы. У него 6-1 крипстат. Ну, смотри, Undying свою миссию делает. Все. Он просто, ну... Умирает? Фрилайн.
Не-не-не, не умирает, не умирает, не переживай. Он фрилайн для Рики сделал, Рики, он 20 на 5, и он прям чувствует себя очень хорошо. А это будет БФ? БФ не фармится уже с кольца, там же теперь шмотка, которую я никогда не выговорю, где она. Так, у меня просто это вопрос, что он хочет с кольца сделать. У меня тот же вопрос, я правда не понимаю. Может быть, вангард какой-то, но сложно. Ну, кстати, как вариант. Ну, это не так плохо, наверное, будет. Но все-таки ты на кор-позиции хочешь как-то ускоряться в фарме, поэтому ВГ такой себе. Ну вот да, именно поэтому вопрос стоит. В целом-то по игре неплохо, там физ урона дофига. Но ну, по фарму, физурон, да, вопрос. Физурон там можно компенсировать Кримсоном, но на ДП не хочется особо там Кримсон брать какой-то, хочется там выйти просто в грифсы и все. Нападение, кстати, на Тиаска. Ну не, под Сифонами это нереально просто, поэтому... Я как-то комментировал одну игру, это был... ВКонтакте играли, вот я вспомнил, там тоже на оффлейнера нападали, который играл также на банше. Он просто нажал два сифона, его в пятером убить не могли, он еще и фулл хп потом отрегенился. Интересный герой. Особенно если у него имеется Нетворс. У Клича все супер хорошо. Вардик себе уже на будущее взял, чтобы обновить, который как раз через 12 секунд упадет. Куда он отходит? Все, фласочку заюзал. Отлично. Параллельно Лего в очередной раз погибает. Также там еще немного вгрызается. Пошла кровавая граната по Ботексу. Но пробить, не знаю, получится его. Если прыжок у Рики есть, но по Тавр как будто бы, но не хочется. Да, поэтому дальше у нас уже не пойдут. Что по Лотусам? Лотус через 30 секунд появится. Надо тоже вот Альфа-Ромео эту историю будет под контроль. Очень больно Эмбер Спириту в центральном коридоре, крепко переигрывает здесь Верк своего оппонента, причем сейчас может его и забрать. Да, просто соло фраг. Великолепно. Нормально, он просто решил брассеров себе взять и не париться, взял так статов. Это же самый сломанный герой патча считается, вот эта универсальная Верка, она на статках, да, да, да. Она просто не прощает. Поэтому как будто бы неудивительно. Что у нас по нетворсам? 2600 на Легион Командер, 2700, даже несмотря на сколько у нее там, 3 смерти, 2 смерти. Имеет 2700 нетворса, что она себе фармит? Начинает фейзы делать. Взяла себе брассерок, топорик, стики. Ну, окей, может быть, это и прокатит. Кстати, походу, тоже мой зритель знает, как играть на Легион Командере. Пока все правильно, осталось выфармить вместо Даггера БМ и погнали. Да, Даггера БМ и поехали. Так, очень страдает здесь, конечно, Блудсикер, 2000 нетворс у него. В общей сложности ВРочка под дабл дэмэджем, но, к сожалению, Фуксфайр пока в кулдауне. Ничего особо здесь с Эмбером не сделать. Ну и плюс у него ремнанты появились, поэтому тут уже в этот раз так не получится, как в прошлый раз сделать соло фраг. На Рике тем временем 5-й левел. Всем скоро уже доп экспириенс будет получать. А где его саппорт? Куда Андаинг делся? Андаинг ушел за экспой. Рун пошел врывать? Да-да-да, пошел. Так, ну да, это... причем смотри, как они одновременно просто вместе, хоп, пришли, забрали. Так, хотя руны, кстати, очень сильно решают на саппортах. Это прям правда. Очень. Поэтому... У меня просто... Так, Рики, меня просто интересует вопрос, что будет Рики брать, потому что у него старше это кольцо, оно мне просто смущает, я не могу. Да может он троллит, я не знаю. Ну видишь, у него это кольцо очень давно, он вместо этого там капли добрал, рейсбенды, там еще что-то. Он в курьере что-то едет сейчас ему. В курьере ему ПТ-шка едет. Может быть, просто троллит. Некоторые игроки мне часто рапиры ставили в кикбай. Вот, и закупали нормальные шмотки, чтобы я там не мог думать, что они там возьмут. О, там ба пошла. Это, кстати, нападение. Да, еще клещ сюда перетянулся. Забирает легион командера и просто по аут кастует отсюда ботекс. Сбить, естественно, нечем. А шейклы, тем более, в эрке даже нет. Ну и шестой левел появляется на Рикимару. Слушай, вот эти смерти для ЛЦ, они как будто особо ничего не дают, потому что он, у нее топ-нетворс. Так-то. На, ну, там с Эмбером одинаково. И Ноки убили. Но по факту. Ну, у нее по крипам все неплохо. Она все это время крипов бьет. Да, еще 34. Как раз пришла под пачку. Ну и вот. Поэтому, да, особо ничего не теряет. Ну, и время возрождения сейчас не самое долгое. Поэтому не так много влияет смерти здесь так на... Так вот, а как правильно никнейм читается? Киосак или Кичисак? Кичисак, наверное. Это просто... Я, кстати, очень часто ошибаюсь в заменах. Да, поэтому...
Я понял. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если вдруг что-то где-то так неправильно прочитал, называл. Добро пожаловать в мой мир. Так, от Кичсака нападение, он здесь и в соло может загрызть. Пошел Долбриз, да, накрывает он здесь все-таки Ботекса, но Кичсак отсюда уже, скорее всего, не уйдет. Стики нажимает инвиз. Нет, не ушел все-таки отсюда. Перетягивается Эмбер Спирит, на Ремнанте прилетает на Альфа Ромео. Дикей по двоим, отлично, еще какое-то время поживет, но фисты работают. И очередной киллпоинт для него. Наконец, хоть как-то импрувнулся немного по игре. Почти 8-й левел у него. Еще и баунтосик здесь можно будет, да, подворовать. Ну, неплохо, сколько заработали. 834 голды и 444 экспириенса. Что у нас думает Dota Plus? 52% на победу Астер. Смотри-ка, твои подсдавать начали на 2%. Нормально. Сейчас нормально. Будет то время, когда... Так, Клещ параллельно в топе забирают Оракла. Есть еще нападение на пойду пипи. Интересный никнейм. Пошла кровавая граната. Ну, Пугна, скорее всего, не должна здесь отпускать, но нет, просто разворачивается. И отпустили Сикера, все-таки улетел он отсюда домой. Но можно попробовать подпушить, имеется экзорцизм. Не знаю, нажмет все-таки ДПшка его или нет, как будто бы пора. Не пора. Можно просто забрать и в мид спуститься, забрать в мид. Ну хотя он же подпугный, да, я забыл сюда. Очень сильно открыть карту. Да. Окей, падает Тавр, забирает его Тиаско. Заберут сейчас еще пачку, возможно, действительно пойдут какой-то мидл, за это время снесут. Что у нас у Рикимару? Что он себе с кольцом что-то сделал? Ничего не сделал, выходит в диффуза. Наверное, будет брать. Да, будет диффуз брать классический. Да, так, что ничего. У нас у ларька с шаурмой того самого, Triple S? Имеется Орпов Corrosion, выходит в молнии, еще и полезную рунку успел здесь подконтролить, не отдал оппоненту, что тоже очень-очень важно. Ну, перевес около 1000, пока не страшно, ой, там опять нападение на Легион Командер, но нормально, жить будет. Все-таки уходит отсюда. Так, в миду два героя, Клещ и Шип. А почему ДПшка не смещается? А где? ДПшка вообще снизу. Да, я тоже на карте стал искать ее, но она просто в мид смещается, так понимаю. Да, ну и ждем. Пытается здесь как-то отпушивать Triple S. Вот телегу бы здесь подсейвить, на самом деле, с телегой бы как-то попробовать подпушить. Тяска. Сворм не попадает по нему. Начинает Пугна высасывать, но просто убегает отсюда еще и привязали здесь Шипа. Нормально. Пошел экзорцизм. Половина столба у ДПшки уже потеряна. Как будто бы не прям так уж и хочется на плюс В забегать под Т2. Надо немножко подотойти. Лучше прогреть где-то из-за кустов Тавр. Клещ пытается под Виндраном как раз вместе с тележкой работать по Тавру. Параллельно размены. Там Альфа-Ромео погибает от Рета и разменялся с Ботексом. Но все-таки потеряли здесь Тиаско. Но как-то... Не знаю, какой-то хитрец непонятный просто. Ну, типа, да, зачем он под Т2 куда-то пошел, потом, ну, не знаю, позиция у него, типа, просто не самая хорошая была. Очевидно, из-за этого и отдал. Странно. Ну, вечер, возможно, подустали, спать хочется, всякое бывает. Что там к Сикеру прилетело? К Сикеру прилетел Джавелин. Также он молнией будет здесь выходить. Лего, наконец-то, первый урон. Как раз, видимо, параллельно тот файт, который мы не видели. Заработало 10 урона, купил себе даггер, запулили тангусиком и выходит в Blade Mail. Первый урон уже появился, это хорошо. Что у нас тут у Кичсака? Ну, до диффуза еще нужно подкачаться. 1000 где-то, нападение вновь на Легу. Ну не, вы ее не убьете. Ну не, куда, не, под не, Тавр? Не. Ну куда? Давай. Ну ладно. Ладно, под Тавром все-таки забирает его. Не для Рики, но в целом он доволен. У него 8-й левел с половиной. Скоро будет диффуз. Подкачивает спокойно здесь на линии. Потом лотосы ворует. Шип ворует лотос. Так, сколько до экзорцизма? Еще 66 секунд, но можно пробовать с руки здесь как-то прогревать, вот через Пугну, через все вот эти вот бласты и приколы. Да не-не-не, они не будут это делать. На большой просто надо меха какая-нибудь и экзорцизм. Тогда идти просто в Тавра, в наглую, потому что у вас будет Пугна, у Пугны и так 7-й левел, просто она вон вышки просто сносит раз за разом. Альфа-Ромео, кстати, хорошую позицию имеет, визит героев. Ну, его тоже увидели. Ага. И поэтому может сейчас все очень плохо быть. Ну, Альфа-Ромео сейчас может и закончиться. Выигрывает дуэльку здесь на шипе. Легион Командер еще плюс здесь урон для себя зарабатывает. Клещ также подставляется. Ой, Клеща здесь забирает. Это уже минус 3 в исполнении ГК Астра. Хотелось бы еще здесь найти, конечно же, Рикимару, но он отсюда убежал. 2 по 20, говоришь? Не, ну я-то сказал, что мне пик Астра больше нравится. Ладно, отмазок он делался. Так нет, может 2 по 20 со стороны Астра сейчас будет. Все, понял. Переобуваться еще осталось, где имеется ресурс. Так, ну что, в боте здесь разбирают Тавр потихоньку помаленьку. В целом достаточно быстро упал. И прыгает телепорт у нас сразу же Легион Командер. Возможно, да, вся команда действительно туда смещается. А кто-то есть, а там есть Аска, если его сейчас здесь найдут, рассекретят.
Я, кстати, не помню, аванпост, если вплотную по нему проходить, сейчас не, дает не, не, вижен или вижен, нет? вижен не дает, не Не дает. дает, да, как раньше? Ну, значит, не спалился. Силы тьмы используют сканирование. Вжали скан, тиаска не нашли. Ну, и можно здесь спокойно дальше качаться. Ну, правда, не в пятером, наверное, как будто бы. Ну, да ладно. Так. Не, если в пятером, то идти просто по вышкам работать. Потому что у них центрально нет. Там просто тавр почти голый. Здесь-то один нет на топе. Надо что-то где-то в ответ забирать, какой-то вижен ставить. Потому что они сейчас очень сильны. И надо как-то даггер на легионке реализовывать. Если ты купил его прямо сейчас, надо постараться искать какие-то драки. Все вот. Так, все так, все так. Но я бы, наверное, все-таки начинал с блейдмейла. Можно было бы больше душнить. Тем более, там тамба всякая. Гадость, не знаю, не всегда ты этот даггер еще и нажать сможешь. Ну, зависит от позиции, посмотрим. Тем временем нижний тавр сломали ребята из сайберов. А румку XP под контроль или нет? Нет, не под контроль. Забирает мудрость Triple S. Здесь кипсак. Да. Сейчас, возможно, драка будет. Как будто бы должна быть. Есть уже несколько героев, там еще и под рункой из щита, как я понимаю, находится ДПшка. Есть у него мека, пара лотусов. Там мог бы быть хайповый файт. Все еще несколько игроков находится в смоках, но вообще немного в другом месте, как я только сейчас увидел. Ну и как будто бы пока файтом не пахнет. Акимару, конечно, все еще не палится. А, ну вот, нашел Ботекса. Дефулс пошел, начинает грызаться в него через облачко это самое. Ну и да, он здесь должен будет погибать. 9-й левел Рикимару. О, про дуэль я услышал. Альфа-Ромео там не должен жить, да, это очередные плюс 10 для Леги, причем 30 на 16 минуте, это достаточно хороший результат. Но Кичсак его забирает, Астра здесь также 2B погибнет, солнышко горит, он взорвется, минус 3 в исполнении сайберов, окей, меньше 1000 ведут. Да, можно идти Т2, действительно, 1000 голды только что отыграли, и 1648 экспириенса. Рики из этих 846 получил, это прям супер много. А, имеется экзорцизм, который вот сейчас точно можно вжимать под телегу, под пугну, под все дела. Спокойно забирает тир 2 тавр. На Т2 жалеть как будто бы, ну не стоит. Ну тиаска, нажми, пожалуйста, я оффлейнер, мне больно смотреть, без обид. Ну нажми ты экзор, забери. Вы минус 3 сделали, почему он АФК стоит? Не, ну может просто шторец героев уже, они уже появляются, все боятся драться. Да у тебя вся команда в спине, нажми ты экзорцизм, там пол вышки нет. Смотри, Альфа-Ромео, кстати, смотри, Альфа-Ромео погиб, но там просто умирает Эмбер Спирит, на Лухопа вообще был. Я как-то этот момент упустил, там, кстати, замес пошел на топе, вот он прожал экзорцизм. И, походу, он никуда просто уходит. Да, будет крипов в лесу подкачивать с этим экзорцизмом. Байбэк от ТХД на яйцах просто вылетает вперед. Правда, телепортироваться приходится 4,5 секунды. Ну и что, будут пытаться чейзить. Тиаска, имеется дуэлька под конец экзорцизма. Это прям то, что нужно делать, нажимать дуэль. Ну а нормально, все-таки есть шансы забрать. Не-не-не, заберут. Да, все-таки забрали его. Ну и сколько уже, 40 урон? А, нет, 30 урона, да, это же не под дуэль было. 30 урона у Рета. Неплохо, совсем скоро будет блейдмейл. Ну, ладно, могли забрать тавр, но не захотели. Ну, всякое бывает. Комментатор, не игнорируйте то, что я написал. Мы играли против этих астр вообще без тактики. Там план такой, если по пикам не вывезли, то проиграли. Ага. Так, я не совсем понял. Я тоже. Я тоже сейчас смотрю и не понимаю. Просто так одновременно замолчать. Секунд по 5 молчим, думаю, что? Как это? Мы играли против этих Астра. Вообще без тактики. Там план такой. Если по пикам не вывезли, то проиграли. Короче, если Астра перепикают себя, то вы точно проиграете. Вот так. Все, я понял. Вообще Астра перепикали? Честно так говоря. Ну, слушай... Ну да. Мне реально просто... Ну, здесь видишь, СРБ набрали свой стиль, вот именно, которым они привыкли играть. Вот, они просто идут, давят. Вот, поэтому... Но при этом у Астра очень хороший пик. Я сразу сказал, что мне нравится. Если они доживут до своих айтемов, там будет старт хороший, у Легионки старт хороший. Но... Ну, не знаю. Просто все зависит от масс-файтов, которые будут. Вообще, на самом деле, для меня все еще супер странно. Рики при таком большом сноуболе, казалось бы, все у него достаточно хорошо. Там 5 киллов, всего пару раз умер, 5 ассистов. Где его нетворс? 7800. Как будто мне казалось, что у него уже под десятку, наверное, должно было быть. Но потом я увидел 86 крипов, в целом стало понятно.
крипов особо Рикимара здесь не бьет. Ну что, микрозамес какой-то начался. Стакнулись почти все герои на нижнем коридоре, кроме Блудсикера. Он все это время подкачивается, повершот не попадает. Ну, не знаю, это какой-то странный трейд сейчас по ХП происходит. Вот обеих. Это команд. Может быть хороший момент для Астра. Они должны понимать, что там грифсов нет, можно пытаться файт навязать. Но СРБ тоже это понимают, сразу отходит. Понимает, ловить здесь нечего. Все разбежались, Рики пошел фармить. Свой гоним. А они здесь четвером. Плохо. Просто... Прожимает смога, кстати, пойдут искать. Угу, чейзить хотят, но как будто бы поздновато уже. ДП, ДП, а ДП просто делает ТП в топ. Они это видят прекрасно. И Клеш сейчас увидит, наверное. Да. Ну, хороший, кстати, таргет. Поехали. Ну да, моментально его здесь будут забирать. Еще плюс 18 урона для Легионки. 48 уже, в общем и целом. Но Блейдмейл почему-то решил не нажимать перед дуэлькой. Возможно, забыл про то, что у него есть. И стягиваются также всей толпой в телепорт. Сейчас, возможно, смогут еще Тиас какого-то накрыть здесь, если догонят, конечно. Повторный смог разбивают. Рано, что СРБ это не считают. Они должны понимать, что, возможно, в спину выйдут. Ну да, так, чинов не было. Надо прожиматься экзорцизм, грифсы, принимать драку, выбора нет. Ох, кстати, неплохой файт начинается. Как же много урона здесь от Тиаска выписывается и от Альфа Ромео. Там 2B должен будет также гарантированно погибать. Уже минус 3 в исполнении сайберов. 2B также сейчас погибнет, это уже минус 4. И остается только Ред. Но на него, не знаю, если чем-то подцепить. Диффуза есть у Рикимара, но, к сожалению, нету блинка. Пытается он здесь как-то с помощью Трикса на машине чуть вперед выбежать. Но уже без вариантов курьером. Там бы еще не нафиг. Видеть хорошо, подъезжают здесь крипы, снимается бэкдор, но, к сожалению, скоро закончится уже экзорцизм, и подпушить с ним тавер не смогут. Да не, пугна есть в команде, поэтому, я думаю, проблем не будет спушиться. Ну да, потихоньку помаленьку начинает его ковырять. Наконец-то сделали минус 4. Сколько они заработали? 2500 голды, 4500 экспириенс подняли на этом файте сайберы. Забрали тир 2 вышку. Ну и что? Осталось еще забрать тир 2 вышку в миду и на нижнем коридоре. Появились еще также терзатели, но терзатель пока забирать особо нечем. Поэтому туда ребята вряд ли сейчас будут выходить. Что преимущество 5000. Интересно, будем ли мы смотреть на ту самую, мы за кадром немного это обсуждали, академическую доту. Ой-ой-ой, Кичсака здесь подловил, Олег. Но нормально, есть Шейкл, выживет, отлично, Пугна еще пересасывает ХП для него, но он находится под раптуркой и, скорее всего, не успеет уже здесь ничего нажать. Да, Рики здесь погибает, стрик из четырех отдает, также погибает еще и Клещ, забрали двух коров. Надо срочно как-то отсюда убегать, еще и Тамбу разбирает. Почему они все еще здесь остаются, на что они надеются, я не совсем понимаю. Лего врезается, забирает еще и Андайнга, почему они не ушли сразу, шип в глимере. Да, в глимере должен будет пожить, но окей, хотя бы два героя должны будут отойти отсюда. Но, по-моему, когда потеряли Рики, надо было уходить. Да? Странно, что Шеп, он... О, смотри, что делает Шеп. Вот так вот, под вардом. Показал, что там вижен есть. Все. Я хотел то сказать, что странно, почему Шеп остановил кастовать тиммейт, когда Блудсикер дал Блудрайт этот, ну, второй скилл, и там в поле он не попадал, то есть он мог продолжать просто выхиливать Рики, может, он быть выжил, а он что, резко забоялся, отошел. Как-то странный такой момент получился. Ну, занервничал, может, испугался просто, всякое бывает. Да, не, это не для Шепа. Это не про Шепа, это не про СРБ. Такие пацаны ничего не боятся. Я понял. Так, ну что, экспириенс хочет подорвать здесь как раз Шеп, но по времени, к сожалению, немножко не успевает, чтобы забрать его острый вплотную, да. Все-таки забирает его 2B, также Шепы здесь будут накрывать, глиммер откатится через секундочку, собственно, уже появляется, и под глиммером, если что, можно будет здесь пробовать как-то уходить, да, собственно, что он и делает. Но, возможно, его сейчас еще подловит Легионка, которая с даггером. Ну, да прям сейчас кастуй, у вас магия есть. Хорошо. Есть дэмэдж. Да, плюс 76 уже в общем и целом. И скоро БКБ, кстати, появится. Не совсем пока понятно, зачем в первую очередь ему БКБ на Легион Командри. Но в любом случае, сколько будет. Ой, тут уже апнутый молнии, глипнет, здрасте. Привязали Легу, но, к сожалению, продолжения никакого здесь не случилось. И отходит у нас Тимастер. Там все в БКБ уперлись, все хотят просто на корах БКБ выформить. Эмбер БКБ, Блудсикер уже БКБ остался с вида купить, там 3 с голды. Лего тоже БКБ. Ну, я не знаю, кстати, на Леге можно было БКБ не брать. Вот как будто бы да. Как будто бы на Леге сейчас не лучше, это айтем. Не знаю, Сайленс себе снимать, там, от Шейкла доджить. Ну, под вопросом, так и что, на терзателя у нас пойдут Астра, стакаются в пятером.
под него. Ну и да, сейчас будут кому-то выбивать шардик. А хотелось бы, наверное, какому-нибудь ораклу. Так ему и выпадет. Нет, все-таки ПХД. И сразу смока. Сразу смока, но там параллельно бьют Рошана, сайберы. Наверняка, собственно, мой товарищ по комментированию, Fortinine, уже передал информацию, что в смоках на него идут. Ладно. Больше так не буду делать. Но и тем не менее, все равно на плюсовые ребята идут прямо на смоук. Возможно, кто-то и подставится здесь. Но не знаю, рискнут ли они напасть. Пошла раптура на Тиаска. Накидывают на него сверху. Ой-ой-ой-ой. Ну, хороший, кстати. Хороший. Просто забирают Регимару вообще сходу. Да, абсолютно халяву. Так, ну что, вгрызается здесь Блудсикер под БКБ, начинает разгрызать, но оно вот-вот закончится, и здесь можно и подставиться, поэтому надо уходить, еще и зомби, сейчас вся вот эта вот история будет ему сильно мешать, и пойду пипи, отсюда уже никак не уйдет. Потеряв одного Рикимару, разменяли на четверых, Эмбер Спид где-то вообще слева оббегает. Ну, шикарный файт, на самом деле, для сайберов. Да. Еще и Аегис не потеряли, 2600 голды и 5750 экспириенса отработали здесь. Еще немножко экзорцизм поработает, и спокойно может здесь тавр забирать, вот, да, буквально с пары плюшек. И можно в мид уйти лучше, там, кстати... Они пофорсить хотят, походу, я не знаю, но форсить на такой стадии... Они понимают, что экзорцизм закончится, спугна не спушит, поэтому... Хотя, смотри, тавр быстро довольно-таки падает. Да, еще ВР-ка нажимает, да, свой фокус файр. Есть глиф. Восьмой глиф подряд, стандартный от Габена. Я, кстати, до сих пор так и не разобрался, как работает новая система глифов. Я просто не вникал. Если раньше падал Т1, тебе давали глиф гарантированный, плюс по таймеру. А то теперь там что-то как-то первая вышка, что-то там куда-то. В общем, я так и не вник, потом как-нибудь разберусь в этом. Слушай, ну при всем при этом темпе перевес 7000. Хотя, ну, на самом деле достаточно много. Ладно, окей. Что у нас думает Dota Plus аналитика? 70% победа сайберов. В целом, не удивительно. А где у нас Рикимар? Рикимару с Аганимом выходит в линку ту самую. Ты уже написал, да, ему то, что против Леги нужна линка? Не, я думаю, он разберется, наверное. Разберется, хорошо. Да. Так, вот как раз корнукопия вот это. Зачем было добавлять айтем с такой, с таким названием? Я не понимаю. Это боль для меня каждый раз видеть. Ну, ладно, ехала дальше. Рики 16 левел, диффуз Аганим, выходит в линку. ВРочка также фармит для себя линку. Не хотят они здесь облегчать жизнь для Ликион Командера, наоборот, усложнять. И вгрызаются здесь вчетвером. Ну, вот сейчас Кичсак еще подойдет впятером в Терзателя. Кому он достанется? Андаингу, может быть? Да, Андаингу. Что ж, тамба немножко усилилась. Хорошо, 2,5 минуты все еще есть Аегис. Остался последний внешний тир 2 тавр. А экзорцизм как раз через 15 секунд появится. Можно как будто бы с Аегисом пробовать туда заходить. Дайнг фармит. Ладно, просто что у Дайнга смока есть, они могли спокойно там, зная, что в тройке вижен никакого нет, смока прожать, пытаться где-то зафорсить драку. Они что-то этого не хотят делать. Ну, просто видишь, там опять драка будет идти через Гимару, потому что цеплять особо нечем, но там Глейпнер есть, там ВР-ки, но все равно тебе хочется резко там дистанцию срывать. Вот, поэтому они просто пойдут по вышкам работать. Все так. Все так. Андайн, кстати, 2700, очень богатый. Да. Хочется лот взять. Нашли здесь легионку, нажал НБМ, но, к сожалению, безрезультатно. Айспас абсолютно в никуда. Кастует ТХД. Ну и Тиаска здесь под экзорцизмом. Может просто немножко стрейфануться обратно к тавру. Подъесть вышку, и под этим же экзором можно пробовать заходить на хайграунд. Легионки нет, дефать сложнее, еще и под аркейн руной ДПшка, судя по всему, нажимала экзорцизм. Нет, кстати. Что? Это немало... Лифа нет, это немаловажно. Да, кстати. То, что да. Тор просто упадет молниеносно. Да, о, пошел у нас тут, собственно, макропирка от ТХД красивая. Но и тем не менее, тавр уже потеряли, вгрызаются в милишный барак. Тот самый регенящийся, который также здесь должен будет падать. Ой, там чуть не добили, да, все-таки доедает добили, его Кичсак. Ну и падает первый барак, нажимается после этого глиф, и как будто бы можно пробовать отсюда отходить. Просто Кичсаку бы сейчас блинк сделать, но, к сожалению, блинк у него в кулдауне. Пересасывает его спокойно шип, будет здесь жить, сможет переждать раптуру. И все у него хорошо, но тут сверху врывается Легион Командер абсолютно внезапно и говорит, ну не, братан. Слишком долго стоял ФК, забирает для себя эту дуэль, 132 дэмэджа у нее в общем и целом. И растепались ребята, просто уходят отсюда обратно кто-то на базу, кто-то в топ, кто еще куда-то обратно подкачиваться. Ну, свой план выполнили, то, что надо сделали, поэтому ничего страшного. Аегис даже не отдали, кстати, еще 30 секунд остается.
Ну там ребята, видимо, из Астра поняли, что лучше мы кого-то убьем, деньги получим за это, чем просто бомбить эту ВР-ку два раза, которую убить не так-то легко. Тем временем в центр, да, в центр выходит у нас Тим Астра, решили пока нет двух героев немножко понаглеть. Нападение на Тиаска, под БМом пытается здесь Лего что-то делать, но дается и просто Алибарда, привязывает ее на месте, и снова пошел экзорцизм, начинается файт, сайленс. Да, не успевает накрывать Тиаска, забираю здесь Эмбер Спирта без байбека 55 секунд, ну и вот вам... Контраинициация в исполнении сайберов. Что там по файтекапам? Типают все дружно Эмбера. Да, негатив момент. Но нормально, это мы любим всей командой его натипали. 3700 экспириенса и 1500 голды сейчас зарабатывают. Ну и второй падок, так, падок, да? Знаменитый падок. Второй барак также неизбежно будет падать. И центральный коридор сейчас будет потерян. Куда они пойдут? Трон на сторону? Ну, да, на Верочку, на Верочку, конечно. Конечно, на Верочку идут на сторону. Тиаска заходит под экзорцизмом, который вот сейчас уже заканчивается. А курьер, ну, я понимаю, не нужно бить его. Так, по клещу. Пошла Раптурка. На Виндране пытается отсюда убежать. Возможно, будет пересос. Там параллельно начинают всасывать, да, в Альфа-Ромео. Не очень удачно прыгала Легионка. Без БКБ еще и под Алибардой не получилось ей здесь драться. Потеряли ТХД. Тавр почти упал. Грызается Кичсак параллельно еще в Пойду Пипи. Также умирает он на 50 секунд без байбека. Пытается привязать здесь Кичсака. Но все еще есть кому ему сосать урон. Вот, поэтому все нормально. Рикимару будет жить. Теряли еще и Легу, но у нее есть байбек. Но нажимать как будто бы не очень хотелось бы его сейчас. И Кичсак просто под, работает по домикам. Да, барак первый потеряли, остался милишный. Как в прошлый раз, то только наоборот, надо бы его забрать. Высасывают из ТСС-а. Кичсак, тучка по двоим, неплохо. Забирают здесь Астру, ну и ГГ, можно писать, пора. Нет, ну смотри, будет твоя любимая рубрика, ты же знаешь, что СРБ не будет играть так, там, ждать ГГ, или там, сейчас пойдут Рошана заберут, потом спокойно подают на третью сторону. Так да, можно прямо сейчас на третью идти, прямо сейчас на третью, нет, зачем Рошана? Нет, смотри, нет. Я ливну, сейчас сам дальше комментировать будешь, если на третью не пойду, типа, ну зачем здесь уже, тут просто, ну, игра закончилась. Я, видимо, так не думаю, что надо просто задушить сразу, чтобы ГГ было. Либо просто можно в трон даже на третью не идти, дождаться экзорцизма на 30 секунд. 30 секунд, да. Ну, не знаю, может, в трон, наверное, рискованно. Все-таки не хватает только одного оракла. О, они действительно отходят. Ну, есть линка на Кичсаке, все, есть. Можно прыгать дальше, отлично. Вперед, она просто врывается, тучка по двоим, неплохо, да, действительно, 11-4. Но хп заканчивается, Блэдмейл бить уже не так прикольно, прячется в тамбу. Хорошо, и там будет сидеть себе спокойно кайфовать. Переждет, собственно, Раптурку, все эти приколы. И чуть попозже вылезет Тиаска, появляется экзорцизм, грифсы, к сожалению, в кулдауне, но там подсосет шип, еще солрип залетел, нормально, жить будет. Ну что, Тиаска, экзорцизм будет нажиматься, там какие-то приколы нет, пока окей, не торопится. Рикимару снова грызает Эмбер Спирита, сбивает ему линку, нажимает БКБ у нас трипл С и блинкуется обратно, собственно, у нас Кичсак, но нажали экзорцизм. Теперь уже назад дороги нет, под экзором нужно заходить на третью сторону, минус не дали, но хотя бы какой-то дэмэдж нанести по товарам. Там Глеш пингует просто, давайте, ребят, заберем Т3 спокойно. Вот он просто клашматит эту вышку, а там ребята в это время заняты совсем другим делом. Да. Какой клип, аристократ, не совсем понял, что за файт-топи был? Так, ну ладно, смотрим дальше. Клещ пока работает по домикам. Последнюю сторону здесь все-таки хотят забрать. Экзорцизм все еще пока работает. Можно подпушить. Тиаска привязали. Тиаска плевать, у него скоро закончится экзорцизм. Как будто бы его чуть-чуть бы еще потерпеть. Да, все, отрегенится. Все. Отлично. Тиаска фулл хп. Потеряли Легу. Вернулась она обратно байбеком. Шип пытается высасывать здесь еще Эмбер Спирит. И, скорее всего, получится. Да, потеряют они трипл С. 64 секунды, но имеется байбек. Блудстикер сюда уже не вернет. 45 секунд, пока он будет разрезаться, у него уже точно будут мега-крипы. Эмбер Спирит выкупается обратно под мега-крипов. Ну и что, будет ли какой-то файт? Или можно уже просто написать ГГ, не, наконец-то? ГГ можно написать. Я думаю, хватит. Хорошая связка. Да, действительно, отличная связка от Клеща. Кичсак забирает еще двоих. Это уже дайбеки. Трипл килл. И Ботекс наконец-то пишет ГГ. Что ж, 33 минуты потребовалось Сайберам для того, чтобы забрать эту карту себе. Неплохо. Неплохо. Поздравляем. Сейчас посмотрим по-быстрому на статку. Пугна грязь делает. Просто все замесы потом сводились к тому, что дэмджа не хватает банально. У тебя стоит за спиной пугна. Моментально. Ну и... Да. Не знаю. Импакта очень много было. Импакта действительно от него было очень много. Ну что, смотрим. По лечению шип налечил 6357, 9000 тиаска.
и Альфа Ромео с Олрипами, видимо. Ну, то есть лечение прям огромное количество у всей команды было. Тут, грубо говоря, в три саппорта можно было бахать. По демеджу, кстати, достаточно ровненько отыграли. Топ-3. Хотя нет, это же четверочка у нас. Пугна шип, это же четверка была, да? Да. Ну вот, четверка там передамажила всю команду. Топ-1, если что, по урону. При том, что в основном он сосал на похилить хп. 23 800 у него дэмэджа, 23 180 туки чесака, клещ тоже почти 23 тысячи, ну и по домикам там нормально набахали. Не хватило, к сожалению, фарма и времени здесь коллективу Team Astra, но посмотрим, возможно, получится уже next time в следующей игре. По традиции, дорогие друзья, отправляемся на небольшую паузу, на 5 минуточек вернемся к вам уже со второй картой, никуда не переключайтесь.
Ну что ж, дорогие друзья, вновь здравствуйте, снова возвращаемся. Мы к вам, ваши комментаторы для вас сегодня работают. 49 и Михаил Лампадров. Всем, ребята, врываемся мы потихоньку, помаленьку во вторую карту. Пики уже начались, но прежде чем мы в них ворвемся, давайте по традиции вам дам важную инфу. У нас появился новый партнер, это банк РНКБ, который в этом сезоне поможет нам сделать еще больше контента. Трансляции всех игр, чемпионата, хайлайты недели и еженедельное лайв-шоу, в котором мы обсуждаем предыдущие игры, будущие игры, какие-то квизы устраиваем, обязательно все приходите. Так вот, банк РНКБ – это системообразующий банк Крыма. Он входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний и топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабар Карьера. Банк создает цифровые решения, которыми пользуются миллионы жителей и гостей Крыма. Картой РНКБ можно безналично оплачивать проезд в общественном транспорте, а школьники пользуются и для прохода в школу, и оплаты в школьной столовой. Присоединяйтесь к команде банка РНКБ и создавайте полезные решения, которые приносят удовольствие. Также хотелось бы сказать про нашего наградного партнера Дарео. Это высокотехнологичная компания, изготавливающая компьютерную, офисную и профессиональную игровую периферию, аудиопродукцию и аксессуары для гейминга и киберспорта. Современный дизайн, продуманное производство и высокое качество продукции позволили бренду Дарео завоевать доверие и широкую известность у пользователей в Китае. Дарео делает ставку на технологии, качество и широкий ассортимент, которым доверяют профессиональные геймеры и команды, победители международных киберспортивных соревнований. Итак, ребятушки, поехали смотреть игру, собственно. У нас уже полным ходом идет. Напоминаю, сегодня у нас рубка. Сейчас под вечерочек Team Master против Сайберов. Сайберы прошлую игру забрали. Ты не помнишь, за сколько минут они забрали прошлую? 32-33, что-то такое. Да, за 32-33 минутки забрали они эту первую карту для себя. Ну и по банам мы видим сразу же такие респектные баны. Вот Team Master забанили Пугну. Поняли, что против ее пересоса играть не очень приятно, а забанили Медузку. Сайберы, в свою очередь, подбанили Акса Магнатавра и на ФП забрали Лего. Это что такое? Вы играете Легионкой? Это тебе респект просто. Это мне респект, спасибо. Чтобы тебе интереснее было смотреть игры. Ну, кстати, Оркл. Ну, вот смотри, я не знаю, кто там, куда они ЛЦ будут ставить, там, я видел, просто Клеш играл на ЛЦ в миде, и если, допустим, Миша будет играть, вот главный таргет уже будет Оракл, только Оракл, других вариантов вообще быть не может. И так должно быть, как в той игре с Пугной, потому что эта Пугна делает грязи очень много. Опять берут Джакира, ну, не знаю, не самый лучший суппорт сейчас. Да, ну не скажи. Не, ну смотри, это Оракл 5 будет, скорее всего. Нет, стоп. В той игре был Oracle 5. Ну и они 5 также поставят. Не знаю, на пост 4 можно что-то более мобильное ставить. Бара. Как-то разгонять. Бара вообще отлично. Бара сейчас очень крепкий герой, действительно. Ну, не знаю, слушай, ты ХД это зря так принижаешь. Очень полезно со своим Dual Breeze, Liquid Fire, Ice Pass, если грамотно попадать. Типа небольшой кулдаун на ультимейте. По-моему, супер полезный герой сейчас. Не, супер полезный герой на лайнинге. А если ты хочешь там роуминг где-то куда-то ходить, что-то где-то шумиху наводить, то ну, это не да. Самый лучший вариант. Это да. Лич также подъезжает для сайберов. Слушай, они копируют мои паблики. Если что, я постоянно хожу играть, собственно, с подружаней. Она играет в основном только на Личе. И у нас всегда с ней линия Лего, Лич, поехали. Причем но всегда здесь... очень легкая для нас. Здесь не будет такого лайнинга Лего, Лич. Лич-то пост 5 будет, скорее всего. А на четверку что-нибудь другое доберут. А вот ты говорил, чтобы выразить мне респект, взяли Лего. Чтобы вырезать респект, нужно брать Timber Soul для меня. У меня на этом герое 2000 игр. Вот этого героя. 2000 игр Timber Soul, да. Вот этого героя надо брать, но я буду докапываться до каждого действия Тимбера, абсолютно. Не, подожди, еще не поздно, сейчас можно это застрипснайпить просто. Максимум бонус тайм выдержать, такая, ага, все, ну ладно, last pick пикнем Тимбера и поехали. Было бы неплохо. Ну что, Лего Лич подбанили Void Spirit'а Сайберы, в ответочку также, можно сказать, респект бан подбанили VR'ку, Team Astra. Достаточно хороший бан. А на Штормике играет у вас кто-то? Да, Клеш играет. Ну, я просто думаю, что это все равно Лего будет мид, скорее всего. Я просто не видел, чтобы Миша, ну, Тяска играл на ЛЦ, поэтому... А видел, что Клеш играл на ЛЦ мидовый, поэтому... Ну, опять же, видишь, герой такой, что он флексится легко. То есть его куда ни ставишь, хоть в лес можно поставить вообще без разницы. Вот. Поэтому тут до конца не ясно, куда он пойдет. Поэтому надо смотреть дальше пикибаны. 99% уверен, что это все-таки офлайн Лего должна быть. Не знаю, ну, на нем играть супер легко. Даже если ты особо на Леге никогда не играл, камон, ты
просто привыкаешь к тому, что стрелы не как раньше, что ты их кидаешь только вокруг себя, и что их самое главное в дуэли нажимать, если что можно. Все, ты две вещи запоминаешь и спокойно бахаешь на этом героя. И БМчик еще прожимаешь. И БМ, да, слушай, нажимать вообще не лишнее будет, потому что ребята из Тимастера, к сожалению, не нажимали его. По крайней мере, не видел. Подбанили Сларка, подбанили Джаггера. Еще один ман ждем от Сайберов, и будем переходить уже к стадии 15-х пиков. Интернет, потому что... Миш, спасибо большое, приятно, чат, спасибо. Как же вы облизываете меня. Ну что, из того, что я вижу Лича, вижу Легу, уже отдаю предпочтение Сайберам, как будто бы. Но мы еще, правда, не видели коров. Возможно, сейчас... нет, Медузку не выгуляют, Медузка в бане. Не, Медузка, это тот герой, который постоянно находится там, в банах. Ну, не постоянно, вот как раз прошлую Best of 3 я комментировал. Там, ну, там Медузка была, там была Медузка, которая просто, просто где-то качалась 20 минут, пока ее команда просто развлекается. Я эту игру смотрел, видел. Типа того. Но герой вообще не, ну, это не должно в доте быть. Но это должно сломано, фикситься, да. Максимально. Да, но Габен почему-то плевать. Он же выпускал, типа, после патча 7.3.3 вот этот Б или под какой, не помню. То есть микрофикс выпускал, но почему-то он решил забить на Медузу и не стал ее никак резать. И до сих пор плевать, это очень странно. Ну что, пора бы подбанить уже кого-то. Выходит Астра у нас в резервное время. Минута 45 еще у них будет на подумать. Чатик, не забывайте поддерживать команды. Все-таки очень важно, победитель, как выяснилось, у нас выходит уже в гранд-финал серебра. Поэтому сейчас нужно запотеть обеим командам. Сейчас в идеале как-то Team Master перепикать своего оппонента, выходить на паритет по счету, ну и там уже пускай победит сильнейший. Чтобы не было вот этой у нас одноколичной истории. Я, конечно, врать не буду, с одной стороны, так как это третья Best of 3 сегодня. Не откажусь от второй карты за 20 минут вообще. Но в плане интересности я все-таки люблю доту киберспортивную. Было бы интересно посмотреть все три карты. И в идеале, чтобы была рубка просто нон-стопом. Как в паблике. Они как-то долго думают. Прям очень-очень долго. Да. Для ластбана что-то и правда долговато. Может, он вылетел просто? Нет, не вылетел. Некрофоса подбанили. А некрио у вас-то кто-то бахает? Не. Да бахает, наверное, там любой практически забирает. Просто у них, видимо, какой-то план есть. Панга. Все, понял. Панга как раз выгуливают, судя по всему, в центральный коридор. Должен он выходить, как правило, если видим пангольера, то он всегда в миду был из тех, что я видел. Только один во флейне, но он так проиграл. Он очень крепко проиграл тот пангольер, который увидел во флейне. Поэтому, скорее всего, центральный коридор должен будет идти. Что, резервное время крепко израсходовали оба коллектива. Собственно, опять выход в резерв от сайберов. То у них есть тройка, пятерка. Можно сейчас выгулить какую-то четверку. А, ну там два пика подряд. Все равно Кора какого-то показывать придется. Ну... Да, не Кора покажет, а Клеш оставит просто ласпик на мид. Я думаю, таким образом будет распик, скорее всего. А почему постоянно Void Spirit'а баните? Вы его так не любите? Да не знаю. Понял. Тоже немного сломанный герой. Кстати. Скаймага решили взять. Как раз под легионку неплохо стакается. Можно под ультимейт кидать. Да, действительно, пик неплохой здесь. Можно будет быстро таргет какие-то вырезать. Ну и не задумываясь, сразу берут опять Рикимару в легкую линию. Ну да, ЛЦ Скаймаг в топе будет прям шорк наводить хороший. Поэтому там, возможно, вынос будет просто лайна. Независимо от того, кого они там пикнут. Но Лич вот. Рики тоже достаточно сильная линия должна быть на самом-то деле. Ну, видишь, у пятерки Сайбер Альфа-Ромео всегда роль такая, чтобы максимально просто засвейсить своим кур-героя. В прошлой игре он, кстати, это сделал, и неплохо получилось. О, кстати, Дум. Забыли совсем про этого героя. Да, действительно, и, насколько я знаю, на хайп ТС, там где-то в районе 8к очень крепко ноют на Дума, просят его удалить из доты. Я не 8к обладатель, поэтому не знаю, не видел, но ноют там очень сильно про Дума. На этом турнире его тоже не так часто видно. Ну, видишь, на нем тоже мета поменялась. Вот я так немножко слежу за этой продотой, скажем так, и так далее и тому подобное. Раньше всегда форсился мидас, ну и там выходили вауры, а сейчас Октарин делается прям пушечно быстро. На вот, думе? И, да, я прям что не видел, везде форс Октарин. Знаю. Очередь сил света запрещать
У меня, к сожалению, нет особо таких лютых проигроков, которые могут прокомментировать данное действие. Вот, надо кому-то на стрим зайти, видимо. Задонатить, наверное. Соточку НСу, да? Да. Пускай НС разбирает. Так, ну что, выгуляли Дума у нас Астра, подбанили, собственно, Урсика, Сайберы. НС бы, кстати, это, если бы комментарий по этим пикам, он бы просто про Подгольера высказался, что он считает об этом герое. Я, кстати, не в курсе этого мема. Не в курсе? Нет. Ну, потом можешь загуглить. Вот. Так, не совсем просто. Включай режим крепкого комментатора. НС про Подгольера. Патч 707 2017 года. Видос какой-то есть. 2017, но не, это слишком далеко. Надо 23-го прям сказать. Осталось 5 секунд. Ну просто в каждой игре, где он стримит, и если есть этот герой, он постоянно одну. Это уже песня поет про него. Ну, ладно, не суть. Так, ладно, потом ознакомлюсь, ладно, хорошо. Про этого героя. Так, ну что у нас по пикабанам? Забанили Шторма и УД, тем Мастра, ответили баном еще также ПЛа Сайбера. Осталось для время ласт пика, собственно, 7 секунд резервного времени, 10 секунд основного остается у Сайберов. А не хватает, как мы выяснили, мидеры. Кого они сейчас доберут? А нет, слушай, не, это реально медовый легион команды. Медовый, да. А, ну все, 1-1. Балдеж. Медовый ЛЦ... Слушай, не знаю, я бы ЛЦ со Скаймагом обязательно в топ бы ставил, потому что очень фришный лайн получается, а в Минш уже что-то добирал. А погоди, но это все еще может быть медовый Primal Beast какой-то? Ну, тоже, да. Поэтому, нет, не знаю, медовый Primal Beast это намного лучше. Ну, то есть против Пангольера Лего она не стоит в меду. Никак. Теперь вы можете выбрать свой... Это, кстати, по-моему, роковая ошибочка. Брать фантомку. У него просто не будет фарма вообще. Да, вот они ставят Primal в мид, а ЛЦ и Скаймаг пойдут в топ. Просто ее уничтожать. В бот, точнее. Ну, если так, то окей. Но Лего бы точно там не всплыла. Против Панга не стоит. Если хотя бы клещ, я не помню, там развеивание сходу есть или нет на этом на кнопке Primal Beast. С третьей, по-моему, есть. По-моему, есть. Там вроде талант на сильное развеивание, обычное вроде бы по дефолту. Что-то такое, плохо помню, как работает Primal Beast, не так много игр у меня на нем. Ну, в общем, Beast хотя бы сможет развеивать всякую хрень, которую Пангольер накидывает, как будто бы. А Тиаско бы там страдал. Ну, не Тиаско, вернее, а Легион Командер бы сам страдал тогда в этой линии. Ну что, а что у нас по пикам? 2B играет на Оракли, бот X Джакира, Triple S Пангольер, Red будет играть на Думе, пойду PP, Фантом Ассасин, Клещ, Primal Beast, Кечеса Крики, Шеп. Скаймаг, Альфа Ромео, Лич, Тиаско на Легион Командер. Я просто в какой-то момент завис. Слушай, ну вот опять вот Тим Астер вроде неплохо, но понапикали. У них реально рабочий драфт. Просто вместо ЛЦ можно было еще что-то там рассмотреть, какие-нибудь варианты, но там вроде перебанено все, особо вариантов нету. Вот, но так вроде рабочий. Опять все зависит от того, как кнопочки нажимания будут. Все так, я только сейчас заметил, что я сцены перепутал, оказывается, и 5 минут мы уже как будто бы были в игре. Ребят, прости, третья карта, поплыл немного комментатор, уже по кнопкам не попадает, собственно, здесь тоже все перепутал. Астро у нас играют слева, Сайберы справа и поехали. Потопчиков в чате, спасибо, ребята, приятно, ты чат читаешь? Ну, у меня один монитор, поэтому немножко тяжело. Ну, нас там уже в хороший дуэт записали, считай, что мы новые там Вилат и Каспер. Все, хорошо, поехали. Буду знать. Что, смоки никто не вжимали, просто на плюс В, ну вот сейчас только, да, Сайберы нажали. Да. Передай привет своему партнеру от гильзы тебе. Привет передают в чатике. Ну что, поехали. Смоук на смоук, но находится в разных частях карты. Друг друга здесь не найдут команды. Но можно попробовать все равно расставить какой-то вижен, что-то здесь поискать. Ну, Скаймаг только сейчас покупает опс. И да, разминулись. Разминулись все-таки команды. Встречи здесь не планируются. Может быть, только в районе центрального коридора, и то не уверен. 30 секунд до начала. Рано, кстати, ребята из Астры вот этот вард опс поставили. СРБ должны понимать примерно, что он там будет находиться. Когда увидели, что там... О, кстати, нападение на панка-панка.
Трипл-С сделал без вариантов. Должен будет погибать. Стычка. Фейрик нажимает, но Кич так все-таки забирает его. Великолепный еще ферзблад до него. Ну а Тавра здесь все равно погибнет. Есть размен. Отдали своего кора. Но главное, что он забрал ФБ. Как будто бы он сейчас ничего особо не потеряет. Ну там замес еще не заканчивается. Да, пойду пипи прогревают. Альфа-Ромео больше половины ХП потеряно. Еще привязали на месте. Забирают еще также Лича. Уже два килла у нас для Team Astra. Ну и что, возможно, еще Ботекса будут здесь пробовать как-то нагонять. Да, мало ХП у него остается. Пошло замедло от Шепа. Ну и Ботекс также никуда не уйдет. Шеп все-таки для себя этот килл забирает. Что по баунти? Кто-то что-то забирал? Ну вот только сейчас первую забирает Тиаска. Да, забирает еще одну клещ. Ну и 2-2, видимо, по рунам. Да. Да, там Ред две руны забирал до этого. Ну да, действительно, 2-2 по рунам, что он в центральном коридоре. Как мы уже выяснили, играть будет у нас Primal Beast против Пангольера. По файт рекапу сами все видите. 869 голды для Сайбера, 748 для Астра. Плюс-минус ровненько, на самом деле, с учетом того, что 2-2, ровненько здесь поиграли. В миду вряд ли кто-то кого-то в ближайшее время убьет, поэтому тут можно даже особо не фотографировать, можно посмотреть на нижнюю линию, как у Тиаска дела. У него, кстати, будет все хорошо на этой линии, потому что у него постоянно будет Magic Wand заряженный, можно будет спавнить постоянно первым скиллом, прям по кайфу. Да, против Пашки будет... А погоди, а в какой момент я... Это Last Pick был? Как я мог пропустить, что Пашка в игре? Да, я сейчас удивился такой, типа, что? Не, подожди, там же был Last Pick, а... Ну, короче, я не знаю. Я пропустил. Я рассмутило то, что была эта Аркана. Ну, личность или как там? Да, да, да. Я не знаю. Кстати, мне очень не нравится эта личность. Она у меня тоже есть. Она мне какую-то Лигу Легенд напоминает. И, типа, не знаю, мне прям вообще не зашла. Аркана как будто бы намного симпатичней. На Пашке. Ну, посмотрим. Если затянут, то Пашка должна тут всех убить. Если не затянут, то Пашка не всплывет. Просто нафармить здесь не дадут. Постоянно держат ее на лоу ХП. Да, имеют стики у Пашки, но все равно играть не очень приятно. В топе хоть нападение. Да, забираю здесь Рета, кстати, неплохо. Забрали оффлейнера ГК Астра. И вынужден здесь ТХД пока что один постоять, аккуратно покачаться. Что, у Кичсака уже 2 килла. А, что он себе в курьере там везет? В курьере он везет себе... О, сразу же апнутый, лапов корожен, неплохо. Сейчас будет душить на линии еще больше. Клич параллельно пока что контролит рунки. Только-только привез себе ботл Пангольер. Первый раз спивается и пойдет контролить вторую руну. Ну, не знаю. А, ну вот Тиаск себе все-таки купил... Решил купить себе и фласку, и танго. Есть же шеп, можно попросить. Что-нибудь подкинет. Но все-таки он решил обмазаться сам регенами. Центральную башню сил тьмы атакуют. Ну да, чат, мы тоже думали, что Лего Мид нельзя ставить, все нормально. Поэтому ее там не поставили. Мы наколдовали, все хорошо. Очень больно здесь пойду пипи. Реально просто ему больно. И с каждым левелом будет все хуже и хуже. Просто ужас. Странно, что шеп не взял себе кровавые гранаты. Как будто бы очень полезно было бы. Замедло, стрелы, и... рассказ. Ну, с другой стороны, у него просто Magic Wand апнутый. У него всегда мана будет. И манга есть. То есть сейчас Олотс, кстати, забирает, контролит все хорошо. И Пашка, и все. И вот ты стоишь на па и думаешь, что делать. Куда идти? Ну и тем не менее, все равно 12 крипов на пашке есть. Как будто бы все не так плохо. Пока добивает. Линия держится у Тавра. А топе нападение, кстати, на... Ботекса убили. Да, действительно убивает его. Рики тоже очень прогретый, но, скорее всего, просто на ноги отсюда уйдет, если ботинок. Ботинка нет, ну и так себя в целом нормально чувствует. А, что там, лотосом покормили Кичсака. Надо бы еще какие-то регены придумать. Надо срочно ставить квикбай кольцо, как в прошлый раз. Что там в центральном коридоре? Четвертые левлы у Primal Beast, собственно, и у Панга. В целом играют ребята ровненько. Панга только по крипам что-то крепко просел. Если в сравнении 7 крипов не досчитался где-то. А, в топе там Альфа-Ромео. Да, кстати, так это же солфраг может быть. Накидывает кровавую гранату. Но есть стики. Но все равно, если еще одну тычку бы дать. Ботекс, ты почему развернулся? Что за пиво? Задуй! Так, ну там должен лич погибать. Ну, кстати, нет. Там шеп уже летит. Немножко не добил. Ботекс, больно ему. Ботекс должен будет погибать. Альфа-Ромео все еще живет. Ну и Рету нужно отсюда отходить. Да, имеется кольцо, есть здесь стиков, но от имени лишний герой здесь пытаться драться, как будто бы не очень хорошая идея. Если будет еще одно замедло, а замедло будет, его отсюда уже никак очень не отпустят. Очень хорошо.
Раскатили прям. Еще плюс 2, 3 килла в итоге уже у Рикимару. 1200 голды сверх на руке, прям все у него хорошо. Центральный коридор мы игнорируем, ребята, там ничего не происходит. Тиаско снова на лоу хп, хотя казалось бы такая... А, ну хотя он один сейчас остался. Там, возможно, просто вместе с Ораклом прогрели его немного. Кастует стрелы, Тиаско надеется на контратаку, но, к сожалению, пока не прокает. Так, потратил пресс за атак, сразу же привязывает его, слушай, так Тиаско, возможно, сейчас никуда не уйдет. Хотя, муспида много. Ладно, да, стрейфанулся. Фласку бы привезти себе, он только сейчас ее покупает, только сейчас ее повезет. Кичсак остается пока один на один против оффлейнера. Всасывает всю экспу, которая есть на линии, хочется ему побыстрее как шестой левел свой получить здесь. В целом все хорошо, а где его саппорт? Шеп, понял, на базе за флаской пошел. Или нет, да, за фласку подбирает. Не, и... Шеп. Шеп будет смещаться. Ну, смотри, Шеп там закупился, прям богато, нереально. Да. Тапчику. А, он просто забирает все. Да, извините. Он все забрал. Он все забрал, вжал смоки и фласку. Тиаско еще не несет до сих пор. Вжал почему-то ТП на Т2. На Т2, да, не на Т1, заботил бы ботл. Да, не ботл, не заботл. Ну, странно. Хотя не, он просто руну подконтролит. Сейчас шестая будет. Замедло. Болт. Руна в топе. Руна в топе, да. Ну, тут, слушай, вместе с Primal Beast'ом можно попробовать и забрать его. Сейчас будет Шеп на развороте. И, да, ломают спину Triple S'у. Зарабатывает первый килл, простите, для себя. Сейчас Primal Beast. Ну и рунка в топе. Щита. О, на силовике это супер приятно. Просто сверху еще крепчайший бонус сейчас получит. Выйти бы куда-то, наверное, с этой полезной руной попробовать. Кулдаун на ультимейте небольшой, но все равно пока что стоит, подкачивает пачку. Что у нас снизу? Прилетел наконец-то Скаймаг. У Тиаско все еще его фласку не отдал. Вот только сейчас. Ждал он этого очень долго. Буквально несколько минут. Так, ну и что у нас в топе? Рикимару все еще стоит один. Немножко остается ему до 6 левела. Сейчас главное не подставиться нигде, простите, не погибнуть. Будет прям хорошо. Так, Кичсак. Долбрис по нему пошел. Он руну экспириенса подворовать хочет, как я понял. На самом деле, Шеп немножко... Ну, ладно, он сейчас руну заберет. Может, кстати, на таком герое в миде часто появляться через мака. Они легко будут убивать. Странно, почему он там делает. Забирает ботфакс, кстати. И ставит хороший вард. Еще руну экспириенс сейчас Альфа-Ромео подворует. Будет у него почти, ну да, пятый почти с половиной. Ой, перетяжка еще пошла от клеща под руной щита. Можно по тавр здесь прям будет пойти погулять. Начинает ремонтировать спину. Здесь Рето, у него что, левла нету, ничего тут не придумает. Ну и Альфа-Ромео зарабатывает еще один килл для себя. А во сколько качал Фростбласт? Качал в 3. В целом тогда неудивительно, почему так много урона. Хотя нет, как будто бы немного, 160 всего. Клеща порезали. Мне казалось, у него больше Фростбласта было. Да не, вроде так же было. Странно. Ладно, забыли. Так, что у нас там по легионке? Все еще пятый левел. Очень хочется получить шестой. А Туби вообще не уходит с этой линии. Постоянно облизывает здесь свою ПАшку. Так, и вроде как будто бы хотела побрать себе сначала БФ. Как я вижу, у нее есть вот этот айтем Крнукопия. Господи, как его можно было так назвать? Но, судя по всему, выходит она в ПТ-шку. Либо она хочет фармить БФ после ПТ, либо, скорее всего, пойдет это в боевую. Это будет ошибка прям. Ну да, это будет ошибка. Заберут Астру. Астру забрали, пойду пипи, также немножко на него поагрессировали. Но дуэли нет, ничего нет, поэтому здесь пока ничего не придумать. Хотя Альфа-Ромео еще сюда стянулся. К сожалению, экспы сейчас не хватит. Они могут, да, забрать? Там они могут забрать. Хватит. Могут спокойно это забирать. Да, пошел еще привязочка лича, Синистер Гейс, и спокойно забирают еще одного. Отлично, но... И просто приезжает панга. Да, очень вовремя. Я даже не заметил его перетяжку, его типнули. Я бы сделал так же, честно говоря. Ну, типа, просто приехал, прокатился и уехал. Мемный такой момент просто. Тут еще надо просто, если вы хотите устроить эту вечеринку, надо было на правил бесте делать тогда ТП и показывать, как вырываются настоящие пацаны. Так, ну что, Тиаско. Страдает здесь по хп, имеется уничтожить левел, на лоу хп надо дать дуэль, дай дуэль. Не поверил в себя, Primal Beast, дай дуэль! Надо было давать, да, нет, мана, надо было сразу давать дуэль. Пивлегион Командер, будем теперь называть его так, но без негатива. Ну что, клещ еще очень большой, мы, кстати, 10-я минута, я все еще смотрю на крипстат, я забыл про нет, просто простите, чат.
Что мы имеем? 4500 нетов сценарий Кимару, самый большой на карте, был, только что сместил его Primal Beast, который в центральном коридоре подкачивает. Что у него есть? А у него брессерок есть, и в курьере, видимо, все остальное едет. Что это, Сэндж будет или нет? Это у нас будет Soul Ring. Окей, очередной врыв от Primal Beast'а, находит здесь Ботекс, начинает на него агрессивно топать, почему-то Ботекс не кладет на него айспас, почему? Не знаю. Все равно никуда не уйдешь. В смысле, после сколько айспас? Давай думать вместе, давай. Крепкая аналитика, где я когда потерял? А у него нет айспаса, все. Вот почему он его не кладет. Аналитика на этом закончилась. Да, 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 да. Продолжаем дальше. Слушай, ну классный герой это на самом деле. С такими маленькими кулдаунами можно просто движуху устраивать по карте, ну, стопом. Он, смотри, он просто не останавливается. Да, все так. Все так. Что у нас по вероятности победы Dota Plus? 84% вероятности победы сайберов. Активируется дабл дэмэдж на клеще. Забирает здесь тележечку. И можно будет еще немножко в тавр поагрессировать вместе с телегой. Ну да. Тавру, кстати, очень больно прям. Сжимается глиф. Так, что у нас на нижней линии? Скаймаг ломает вышку. Стандартная картина в целом в доте. Скаймаг бьет вышку в соло. Они, кстати, смотри, сайберы очень хорошие варды поставили. То есть специально, если они сейчас заберут Т1, обрежут сильно карту, а там на тройке и вот на той части карты, где руна, ну и где этот терзатель, там тоже варды стоят. И то есть будет отрезано максимально, ребята, из Астры. Там Тиаска подставляется, ой-ой-ой, перетягивает сюда трипл С, также пойду по Пи. Будет жить. Также есть телепорт еще от ИХД сюда. Нет, Тиаска никак не уйдет от стрел. Какое огромное количество урона. Просто всем половин столба здесь с одной кнопки снял. У него стрелов 4, да, стрелов 4. Но его все-таки здесь забрали. Выходит он в решение все-таки собрать Б первой кнопкой. Только потом будет брать себе Dagger Legion Commander. Ну, брат, тогда надо больше качаться, если ты берешь себе БМ. Не отвлекаться вообще никуда. Ой-ой-ой, трипл С здесь пытаются еще подцепить от клеща. Ну и да, его здесь на халяву забирают. Но опять Альфа Ромео ворует фраг. Какой-то у него уже четвертый. Ну нормально. Стандартный лич. Ну и начинает грызаться в тавр под тележку. Два рейндж крипа имеется. Т1 в топе должен будет здесь неизбежно падать. По файт рекапу плюс 700 экспириенса и 409 голды зарабатывают здесь сайбер. Рики, кстати, просто голый диффуз купил. Сорбов хорошен и говорит, мне нормально и так. А, без тапка, что... да, пойдет? Чё? Да. Не, вроде там несет тап. Ну, не тот немного, это Sleepers of Agility. Ну ладно, когда-нибудь. Не, может он не будет брать тапок? Не надо он. Ну не, ПТ-шка летит в курьере, нормально. Так, ну что, врыв очередной от клеща в 27 героев. Ну слушай, вот так расконтролить могут, что-то быканул он прям сильно. Личайник хорош пошел, отскакивает в очередной раз до Ботекса. Но дальше продолжение никого, к сожалению, не случилось. Альфа Ромео там пытался еще и трипл С забрать, но в итоге теряют они его здесь. Но главное, что выжил Пангольер. Все еще смог выжить в той ситуации. Primal Beast не отдал свой стрик, который он тут успел набить. Так что в целом не так уж и плохо. Заработали 729 голды, 616 экспириенса. Ребята из ГК Астра. Так, ну что, ПТ-шка имеется, имеется диффуз. Пора Рикимару уже крепчайше включаться в игру. Вот можно сейчас попробовать даже на Рета напасть вместе со Скаймагом. Пингует, собственно, как раз то ли Оракл, то ли еще кто-то. Никто не подставляется. Нормально, у Рики 6300 нетворс, очень крепко приподнялась сейчас по нетворсам Лего, которая все это время подкачивается на нижнем коридоре. Конец нейтралку для себя зарабатывает и берет себе брошь. Интересно, из чего был выбор? Там есть очень клевый айтем на Лего, перчатка дуэлиста. Слушай, там дом без дома на седьмом. Дом без дома на седьмом. А, нет, все, а на восьмом уже с домом поехали. Ну, надо пытаться ловить каких-то героев. Да, действительно, забрали личам в очередной раз. Надо нападать, пойду пипи, нападение на Шепа, но забрать его пока не получилось. В свою очередь забирает, пойду пипи, также вырывает сюда еще и Primal Beast, великолепно, двум героям. Здесь подремонтировал позвоночник, потеряли еще двоих. Но это тимвайп, судя по всему, сейчас будет. Олегу есть ли, вернее, Рету есть ли чем сбить телепорт, но, к сожалению, сбить ТП-шку нечем. И минус 4 безответные здесь сейчас в данный момент реализуют. Но файт рекап не актуальный, пока не покажу вам, сколько заработали на этом сайберы. Файтрика, пьянь, очнись. Да, 1695 голды и 2717 экспириенс поднимает на этом, из которых Рики 1132 экспы, жесть. Супер много, 10-й левел Рики, почти 2000 голды на руках.
Притягивает сюда у нас Triple S, и Тяск вынужден отсюда отходить. Половина даггера имеется, прилетает до него БМ наконец-то. Господи, как же я под вечер заговариваюсь. Лего БМ собирает, да, уже собрала. Так, где у нас там Primal Beast шумит? Где-то в районе... Блять, на домах, кстати, выезжают. Или нет, да-да-да, выезжают. Бам. Да, вгрызаются в Рета, пытаются здесь вдвоем вместе с Рикимару его забрать. Ну и не воруй, Альфа-Ромео, не воруй хотя бы сейчас. Хорошо. Я уже думал, он сейчас опять подойдет, свой бласт даст, такой, бля, пацаны, соло. Очень легко, спасибо. Странно, что дом пошел дальше на лайн, там же вроде вард стоял. Или они по другой стороне обходили, я так не заметил. Ну, он понадеялся, то, что до этого в топе был, собственно, Тиаско, Легион Командер. Он подумал, ну, нормально, возможно, они все еще в топе, я сейчас снизу по-быстрому пачку отпушу, и все окей будет. Но не пошло, все-таки его здесь уже ждали. Не знаю, какой-то... Мискоммуникейт, может, произошел. Ну что, стянулись в пятером на нижний тавр. Начинают прогрызать здесь Т2. Чат не простит. Да ладно, гильза, все нормально. Так, ну что, под стрелами. Сейчас бы тавр побить. Как раз плюс атак спид. Чем бы и нет. Ну и под телегой, опять же, много рейнджов. Рейндж крипов. Все в пятером тут. Тавр забирает себе Тиаск. Совсем скоро будет у него даггер, который он очень-очень хочет. По темпу можно, мне кажется, как будто бы продолжать. Просто вот так вот давить. Выйти сейчас в Т2. В центральном коридоре. Сами видишь, причем даже... Ой-ой, там просто фантомка улетает в зрительный зал. На 29 секунд. Ее просто разорвало. Вот я не успеваю просто за фрагами смотреть. Я тоже. Один, да, а да. Там уже ЛЦ просто дуэль давит. О, это 28 урона уже у Легион Командера. Хорошо. Хорошо. 28 урона, это хорошо. Что там в целом-то на Phantom Assassin? Phantom Assassin BM фармит. BF, вернее. Ну, слушай, это ГГ. Ну, в такой игре, когда у вас счет 5-22, 17 минута, фармить BF, это настолько ошибка. Что он с этим BF-ом делать будет? Будет находить какие-то... Игра так не затянется, как он предполагает. Ну, понятно, да. И, по-моему, это супер-мега ошибка. Ну да ладно, там пойду пипи пытается еще кого-то чейзить, надеется подловить шепа. Кстати, получилось у него это, но у него есть Атос. В итоге на Атос его сажают, трипл С, пытается еще какой-то импакт нести. Ну ладно, шепа здесь должны будут потерять. Перетягивается Тиаска, имеется БМ, но нету дуэльки. Дуэльки, да, дуэльки. Вот она. Поехали. Не, все, нельзя, нельзя сейчас да, уже нажимать. Да, ТХД съедают, пытается трипл С здесь раскастоваться. Собственно, начинает кататься туда-обратно, сбивает, кстати, клещу. Ультимейт неплохо. Пошла дуэлька. Дуэль у нас причем выигрывает, если что. Фантом Ассасин плюс 18 урон для нее. Размены 2 в 2. Перетянул сюда, собственно, еще и Дум, который уже где-то скастовал. Кичсак очень больно ему. Но, возможно, можно еще куда-то будет попробовать сейчас ворваться. Отъезжает под гольер. Ну все, Кичсак, пора прыгать. Пора прыгать, помогать тиммейтам. Диффуз. Не, отойдут, не буду давить. Ну, да, Джакер уже вернулся. Особо не хочется. Да, все-таки аккуратно. Хотя там шеп пришел, кнопки нажимает, все. Оракул просто сдуло. Успел подсевить, но нет. Ну, Рета также потеряют, солнышко горит, равно смерть. Да, уже минус 4. Там, возможно, кто-то уже реснулся, это минус 5 на самом деле. Я уже просто перестал понимать, сколько длится этот файт. Ну и можно попробовать погрызть немножко Тир 2 Тавр в центральном коридоре. Собственно, это Альфа-Ромео и делает. Пару тысячек успел выдать. Сейчас будет уже отходить. Так, что у нас там по файт-рекапу? Да, минус 5, размен на 2, на оффлейнера и на саппорта. 2025 заработали голды и сайберы. 1193 у нас ГК Астр. Ну и по XP тоже опять огромное количество. Сколько зарабатывает Рикимару? Это жесть. 2000 экспириенса за файт. Пошел у нас ультимейт, Тиаска зарабатывает себе дуэль, также даггер у него имеется, под блейдмейлом тусуется в макропире, ну и также должны будут здесь ТХД забирать, да, это еще и для Кичсака сейчас. Они просто по одному что-то прилетают. Да, 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 конвейер. Тильтанули немного. А, Лампа, как думаешь, какой шанс выйти вперед от ГК Астра? Да нету здесь шанса уже никакого. Ну, ты, конечно, с задержкой в 5 минут назад смотришь, ну, какой там перевес был 5 минут назад. Не, там можно на крайняк Dota Plus посмотреть, что там дает. 2% дает на победу. Да, всего 2%, ребят. Ну, нет шансов. Это из тех игр, которые неизбежно закончатся. Просто вопрос того, насколько сыгранно и грамотно сейчас сыграют сайберы.
Еще сверх полторашечка, еще много экспы. Ну, короче, огромное количество сейчас зарабатывают на этом деле сайберы. И вот сейчас точно точка не возврата. Всего 2% есть на Астру. Альфа Ромео уже реально стоит в наглую. Просто один пушит здесь центральный коридор. Да, там рядом был Скаймак, но anyway. Орпо в Дистракшн берет себе Легион Командер и выходит в БКБ. Что у нас снизу? Кичсак с Монтой. Купил себе пачку танго, серьезно? Я же просто решил не придумать велосипед, просто говорит, надо дэмэдж, ну, покупаем догоны. Просто первый пошел, еще есть 4 свитка. Поехали. Забудь обо мне. Так, ну что, нападение на Кичсака. Ну, нет. Не хватает урона. Не хватило. А досты же сейчас скидываются Монтой, по-моему, да? Вроде бы, да. Да я думаю, вряд ли. А, по-моему, нет, да. По-моему, дрожал, и они не скинулись. Не, если ты в тучке находишься до стов, то нет. А если не в тучке, то вроде бы они должны скидываться. Что-то у меня под вечер прям совсем поплава началась, я уже не могу вспомнить. Ну ладно, Кичсак принес себе пачку танго, начинает ими потихоньку помаленьку отъедаться. Слышу я где-то Primal Beast'а опять, о, врыв от Альфа Ромео на Трипл Эсса. Причем, если что, он делает это один, пошел чайник по крипам, вот только сейчас скакивает в Трипл Эсса. Но какая-то очень наглая наглость от него сейчас была, догончик там, я слышу, от кого-то прилетел. Это, да. Ну, могут, кстати, в него кнопки прожать. Четвером будут пытаться его забрать. Пошел дум по нему. Тиаска сейчас стрелы шикарно по всем можно было бы выдать. Почему? Ну, на очке, что называется. Ну, зато Кичсак сюда подошел. Забирает одного, второго, третьего уже. Также пошла дуэлька по Трипл С. Остается в живых только дум. Ну, вот дума уже вопрос такой спорный. Не знаю, стоит ли его здесь пытаться чейзить. Но... ладно, окей, все-таки прыгают на него. Под тавр. Забирает даблкил для Тиаска. Скоро у него появится БКБ благодаря этому файту. Но опять огромное количество денег они зарабатывают. Экспириенса, вероятность победы все еще 2%. Сколько заработали? 2000 голды и почти 6000 экспириенса за счет этого файта. Тир 2 Тауэр в миду наконец-то сломали. Это последняя внешняя вышка у ГК Астра. Ну и игра плавно близится к своему завершению. Без Primal Beast'а они, правда, никуда не пойдут. Сколько там за Primal Beast'а отдали? 740 плюс 860. То есть за одного Primal Beast'а получили 1500 жесть. Камбэк-система, конечно, интересная в доте. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, ну что, ждем БКБ на Тиаска, на Личе. Что он фармит? Так, неважно, что он фармит. Там Рикимару там потеряли. Там Рикимару, стрик. Да, 1200. Да. Для панга. Да, за счет одного только Рикимару забрали сейчас огромное количество экспы и денег. По 2000 экспы на ПАшку и на панга, 1235 голды для, собственно, пангольера. Чайник. Вроде был неплохой, потом куда-то рикошетил, непонятно. Но... ПЛС бы здесь как-то забрать. Пошла дуэль, отлично, Тиаска его забирает, мансует. Он от ультимейта, но все равно подставляется под панга. Осталось только как-то добрать его здесь, но далековато. Без Рикимару сложно будет реализовать, хотя Клеш просто на плюс В, да, забежал. Но все еще никого не потеряли здесь Астра, что в целом неплохо для них. Тиаска здесь также должен будет погибать. Очень много урона по нему выписали. Ну, слушай, троих потеряли. Это сейчас так и до камбэка дойти может. Это какая-то драка за батон, я да, не да, знаю. Да, я что тоже вот хотел это сказать, я не понимаю, за что. Поставляется да, еще Клеш, Альфа Ромео, без ультимейта, без всего, просто на лоу хп сюда зачем-то подходит. Клеш пытается забрать хотя бы Ретта, но не самый лучший таргет, он достаточно пухленький, пошел у нас Апрор. Ну, его тоже потеряют, это минус 5 сейчас получится. Хотя, погоди, Кетч. Да, Рики пришел. Да, Рики приходит, начинает душить. Ну вот сейчас Вейспейс немного потусует, но заберет еще Трипл Эсса, заберет Ли, непонятно, нажимает Манту, выбегает из тучки с застами, и Рикимару повторно погибает. Слушай, они сейчас отыграют тысяч, мне кажется, вообще? 7. О, Шеп пришел, продолжает дискотеку. Да, Шеп пришел, теперь откидывает свои кнопки. Я не понимаю, зачем? Зачем драться за батон? Сайберы! Они 1-1 хотят, понял. Они один. Так, смотрим Fight Recap. Но он врет, мне кажется. Всего 3500 голды, они больше намного отыграли сейчас ГК Астра. Еще 7300 экспы. Да врешь ты, Fight Recap. Больше голды там точно должно было быть. Там перевес 14000 был, когда я до файта смотрел. В общем, ладно, пьянь на нем. Слушай, ну вот ОБФ купился. Да, это может не смешно быть, кстати, для Сайбера. Это они
посмеялись, а теперь как-то надо собираться, потому что еще таких пару файтов, и вы реально пойдете третью играть. Да. Собирать терзателя, достается шар для ТХД. Ну и сейчас нужно максимально собраться действительно с Айбером, идти забирать кого-то Ришана, идти забирать, я не знаю, терзателя тоже своего в ответ и как-то распределяться по карте, не ходить по очереди, потому что сейчас это реально был какой-то фитфест. Просто конвейер вот сайберов непонятно за что. Знаешь, после таких драк ты такой на праймале играешь и думаешь, так, догон купил. Да. 13 к вампиризму заклинаниями зато теперь есть. Прижимается мага, кстати, вчетвером. Хотят какой-то фраг, могут найти тиаско. Так, выходит на терзателя. Не, они, походу, просто на Рашана пойдут. Может быть. Ребята здесь заняты. У Сайбер, смотри, видишь, у них все твара внешние стоят. Просто все. Поэтому... У них вижна нет, они не догадываются, скорее всего, даже, что они могут сейчас на Рашана пойти. Вижена тоже особо и нет. И пока они спохватятся, уже будет очень поздно. Но вот нет, все-таки вжали скан. Нашли, что они находятся на Рошане. Пошли у нас первые телепорты. Но, по-моему, отменил там кто-то сейчас его. Там на этот на шрайн летели. Тиаско, врыв с даггера на него. Также вешается Дум. Тиаско здесь будет без вариантов погибать. Моментально его разбирает. Слушай, ну, Кичсаку нужно отсюда уходить, как будто бы. Не знаю, зачем здесь драться. Сейчас телепорты. Да, действительно, очень хорошая макропира. Пошел чайник. От сосульки неплохо отскакивает. Клещ там немножко в телепорт его засосало. Забирают пангольера. Неплохо пытается подровнять спину еще Думу, но урона уже не хватает. Клещ был очень большой, но уже не так много урона делит Дума наполовину. Вместе пойду пипи. Здесь, собственно, ультимейтская мага. Пойду пипи бы добрать. Пока не получается. Еще бы немного урона, но помочь буквально сейчас здесь некому. Рикимару разбирается параллельно там еще с Ботексом. Ну и кастует ТП просто отсюда. Ред, последний представитель ГК Астра. Ну, начиналось хайпово, но закончилось как всегда. Это почти была та самая знаменитая макропера в узкий проход. Да. Думаю, что там залило, кстати, неплохо, и драка вроде для Астры была нормальная, но в какой-то момент там праймал просто. Они очень много дают в этого праймала, которого там 3500 хп, но это жесть. Макропера принесла 1800 дэмэджа. И от пашки еще 3000. На пашке БКБ не хватает. Он огонь хочет. Не знаю, по-моему, в такой игре, где вы как-то сделали такой микро-камбэк, надо пытаться вот на таких моментах выезжать. Не собирать там аганим, а собрать лучше на максимум просто БКБ. Пая делает аганим? Ну да, в стэше стоит аганим. Но я думаю, он БКБ все равно начнет делать, мне кажется. Слушай, ну реально стоит аганим. Аганим — это очень плохая идея. Надо БКБ. А, действительно, ну что, аганим ради блюра? Ну нет. Нет, это не самый лучший вариант, как мне кажется, перетягивается на нижнюю линию у нас. Сайберы, увидели ли они Рета? Вроде бы должны были заметить, шип, есть у него АТОС, там привязать, да, отлично, нажимается БКБ. Но Кичсаку плевать, он спину все еще может бить, клеш, а почему, кстати, ультимейт не жмется? Оно работает же через на панга БКБ. Хорошо все делает. Да, на панга действительно отзонил. В итоге никого здесь пока что не потеряли, подсейвили своего Дума. Но Клеш снова хочет ворваться, ему вообще плевать. На плюс В просто влетает, начинает ремонтировать спину. Сверху дуэлька еще пошла и забирает панга на 50 секунд. Имеется у него байбек. На Айспас еще подловили нескольких игроков. Но нормально, ничего критичного там нет. На Рикимару как минимум еще Аегис какое-то время будет длиться. Кстати, сколько? Еще целых 4 минуты. То есть здесь можно файниться очень долго и долго. Но есть одна проблема. Зашли они на нижний коридор, а крипы там под Т1 находятся. То есть эту линию сейчас не запушить, поэтому стягивают центральный коридор. Уже здесь Клеш с Альфа-Ромео подпушили линию. Можно пробовать заходить на хайграунд. Как думаешь, рискнут сейчас заходить или нет? Не более чем уверен. Нет, они просто контроль карты сделают. Ну, они попытаются какой-то файт навязать на ошибке просто Астра, что те попытаются куда-то выйти. Вот Дум стоит просто, вот шаг за шагом делает. Смотри. Угу. Боится просто нереально. У меня просто Медас еще не в кулдауне, хочет идти крипаку. Сердце крови обливается, да, надо скинуть. Все. Он нашел. Так, большого или маленького? Большого, конечно. Хорошо, сразу же два жетона третьего разряда себе находит. Будет ли перекладывать, тоже пока не ясно. Слушай, как Сайбер дисциплинированно эти руны опыта забирают. Вот просто все тайминги, они вот на 21-й я видел, как пинговали. На 7-й постоянно пытаются отжать вражескую свою, забрать обязательно. Шеп тоже сейчас такой пришел, рунку забрал, все. Слушай, мне кажется, или Тиаско мои стримы смотрел? Тиаско?
Не знаю. Он прям по моему билду играет. Слушай, ну он к тебе уже на интервью не раз приходил, поэтому можешь позвать еще разочек, задашь ему вопрос. Хороший действительно вопрос был бы. Просто это прям мой наркоманский билд. Больше никто так не играет, по-моему, на леге. Вот только Аганим, наверное, не самое лучшее решение. Но посмотрим, ну что там, очередной врыв пошел. Таймер, кстати. Ну, да. Кичсак пытался немного нашуметь. Имеется, у него Эги смог это себе позволить. Вот зачем Рикимару гарпун, не совсем понимаю. Типа, ну, он не так полезен, мне кажется, на нем. Ну, хотя в целом, обратно в тучку затягивать, там какие-то такие приколы делать. А почему бы и нет? А что у нас, кстати, на Мартре? Мартра у нас как будто бы камбэкала. Вышла все-таки, да, действительно, в БКБ. Да, БКБ хочет. Но пока не хватает немножечко деньжат. Надо чуть-чуть подфармить. Еще плюс сверху байбек бы по-хорошему оставить. А, но посмотрим. Рыв от Кичсака. Про гарпун забыл. Опять не втянул обратно он 2B. Но клещ тут помогает. Пошла у нас макропира, задувочка. Клещ еще также нажимает не зря купленный свой догон, если что, уже 5 уровня. А, пошел у нас дум по клещу. Кстати, очень больно неприятно ему здесь. Клеща могут и потерять, но пробить пока не хватает урона. Только сейчас, да, врывается ПАшка. Забирают уже минус 2, оформляют здесь ГК Астра. 2 байбека нажали. Ну и вынуждены отступить сайберы. Игра, которую они могли закончить за 25, затягивается на 40. Плюс. Еще и пауза. Давай, давай. Ну, сложно зайти. У них просто все коры милишники. И в тавр как-то такое себе бить, когда там еще шакиры там кнопочки накидают, и все очень плохо будет. Поэтому пытаются от этого. Они, видишь, на варде, вот, который, где терзатель стоит, они думаю, увидели, сразу просто ага. От Т4 доебанули моментально. Вот. И будут опять так же делать. Потом уже снесут. В очередной раз отыгрываю 1900 голды здесь. ГК Астра еще 5000 экспириенса на команду отыграли. То есть у Пашки уже имеется БКБ. Сверху 900 голды еще бы там немного подфармить будет еще и байбек. И сверху в шарт выходит, который здесь на самом деле очень полезен. Против того же Primal Beast, Леги там и так далее, и так далее. Шарт здесь, мне кажется, очень хорошая кнопка. И опять выходит в Аганим. Да не нужен тебе Аганим, Пашка. Аганим вообще, это ошибка. Я не знаю, идет правило с первой доты, что пакил любого. Факты. Именно здесь. Вот, я думаю, что, ну, пока вот у нее все задатки есть на это, что если хорошо пропрется, крит тулей надает, то будет все окей. Потому что, ну, она не одна, ну, у нее, кроме нее, довольно-таки богатый дум, кстати, который айтемы есть, который медас есть, и на ХГС тяжело зайти, а здесь отпуш хороший, поэтому можно играть и играть. 12к это вообще не, никакая она не же проблема. Может Эбисел себе какой-нибудь взять, там, я не знаю, пытаться контролить Рикимару. Эбисел. На ПАшке, да. Ну и хотя бы Баширок для начала, ну не знаю, вот, убрал он наконец-то, да, нулифайр уходит. Вот, нулик норм. Вот это вот уже уважаемо, пожалуйста, подслушивайте трансляцию, игроки ходят и против, наверное, правил. Это не так, походу, там трансляция, задержка не 5 минут, что-то не то, надо пересмотреть будет. Не, задержка 5 минут, прямо сейчас смотрю на экран, все в порядке. Все на месте. У тебя мысль закралась в голову. На секунду, да, я такой, а вдруг я забыл поставить задержку, ну нет, все нормально, все на месте. Ровно 300. Они, может, думали о том, что надо смока вдавить. Кстати, это будет хорошая идея. Два героя в таверне, и вы примерно понимаете, где они находятся. Можно половить. О, там, смотри, там плашка просто залетела. Да, под собственный вижен залетели. Тиаско здесь чуть не погиб. Добирает его, наконец. Сейчас пойду пипи. Опять зарабатывает сверху 1000. То есть имеется у нее уже и байбек, судя по всему. Ой-ой-ой, там шеп был очень близок к тому, чтобы пойду пипи забрать. Да и ладно, неужели хватает урона? Забирает его на 72 секунды. Типа его сразу же клеш. Ой-ой-ой, что за пиво от Triple S сейчас было? Не попал, к сожалению, кнопкой. Но нормально, в общем и целом все равно забрали. Это минус 4 в их исполнении. По фейтрекапу опять 5000 экспириенса. Еще 1500 голды отыгрывают здесь ГК Астра. Ну, правда, еще немного, это может быть камбэком, потому что стороны-то все стоят. Как бы, несмотря на то, что, да, все еще тир-1-то вырастет у сайберов, но они лопаться будут в секунду. Под ПАшкой, тем более дизолька у нее есть, зарядами со всеми делами. Кичсак, нападение на Рета. И да. Просто 0 маны. Забирает его здесь. Прижимает смока. Слушай, ну... У меня очень много смотри. Вопросов, ну не, не знаю. Не, ну смотри, зачем? У Дума же есть нейтральная шмотка вот эта вот, которая... Невидимость. Тотем. А, подожди, он же не прожмет его в этом, в тучке. Огр сил? Да. А я не помню, можно нейтралки в тучке жать или нет.
Кстати, хороший вопрос, надо потом... О, гарпун пригодился, втянул обратно Ботекса. Все, вопросов не имею, вот зачем он был. Но в Глимере он находится, невидим, неуязвим. Но он все-таки добивает его. А здесь Китчсак. Ну, выходит на хайграунд, наконец-то видит, что нету дума. Можно немножко побить. Также еще нету суппорта. Пойду пипи, находится в блюре. Накидывает кортик на Китчсака, но как будто бы ему плевать. Еще и на последних, на 7 хп вжимается глиф. Так, Клеш только сейчас выходит в БКБ. Водопрором ломает тавр. А бараки как будто бы потрогать немножко, нет? Не-не-не, слишком рано. Крипов. Еще. Еще 40 минут ждем. На трипл С нападение, кстати, хайповое. Достаточно было от Рики. На пойду пипи, также, который под БКБ врывается здесь. Тиаско там еще. Ой-ой-ой, там очень много урона залетает по Тиаско. Как его здесь не убили, совсем непонятно. Пара орехов, но нормально жить будет. Туби здесь все-таки погибает. Панга не будет 80 секунд без байбека. Пора их, кстати, как будто бы вывести вам на экран. И байбек имеется только у Дума на всю команду. Но вот сейчас еще появится на ТХД. Натикает. Ну и команда гола, мать бараки. А двух героев нет. Нажимается Апрор. Пошло развеивание. И Клеш, судя по всему, куда-то хочет ворваться. Да, по Т4 прям попер. Вместе с Китчсаком забирают здесь. Слушай, ну работает нормально. Не зря догон взял, ну, действительно. Да, влетает урон. 800 урона в лицо. Хайпово. Сломали центральный коридор. Также выходит сразу же на нижнюю линию. Начинает ломать здесь вышку. Нажимается очередной 8-й глиф. И пока что отходит. Так, на каком там левле по радиусу? На 20-м левле, да. Поэтому пока не похилит всех здесь Тиаско, но в любом случае могут достаточно быстро подпушить здесь. Ставят сразу же Опс. Скорее всего, видели его здесь ГК Астра, как поставили. Сломали центричок. Ну и первый барак должен упасть. Второй тоже по-хорошему надо забрать, прежде чем отходить. 17 секунд еще имеется. И да, вторая сторона пала. Что просто отойти, возможно, опять на кого-то Рошана. Рошан появится примерно через минуту. То есть, как я понимаю, это минимальный спаун. Сейчас еще что-то добавят. Не факт. Я каждый раз, когда комментировал игры ВК, им перло на 8 минут подряд. Не одну игру, просто постоянно спаун 8 минут. Не, ну смотри, ты же последние игры страдаешь, поэтому тебе будут по максимуму давать. Таймер 11 минут. Главное правило забыл. Потом будут мега-крипы, потом будет лютый деф, Пашка тоже сделает мега-крипы, мега-крипов на мега-крипов, потом лютый деф, 8-й тиршмоток, вот это вот апексы там, да, все дела. Я бы посмотрел, кстати, это моя самая любимая рубрика в этой игре. Игра после 60-й и тир-5 шмотки. Ну, кстати, это сейчас не особо интересно стало, когда есть выбор. Раньше прям смотришь такой, ой, Тиаско пошла нарезать. Шибаш. Так, ну Клеш, срочно врываться, спасать как своего тиммейта, но не успевает, на 65 секунд погибает здесь. Ну вот, сейчас камбэки пойдут, сейчас еще Клеша здесь заберут, давайте. Где ПАшка? Ну там, кстати, дом откатился. Ой, он успел просто, согласил уйти. Успел уйти, но там параллельно еще Китчсак пытается врываться на пойду пипи. Там слышал я чайник еще, кажется, да, скачет он по сосульке и по всем героям. Пойду пипи, сейчас может и погибнуть. На 8 секунд умирает без байбека, также отъезжает здесь Пангольер, просто чудеса какие-то сейчас исполняют здесь сайберы. А подловить бы еще по-хорошему здесь Ботекса, который в инвизе почему-то стоит. А, он в шадовом амулете, понял. У него амулет просто. Он в шадовом амулете. Надо еще покликать на выкуп готов. Ну что, заходит на последнюю сторону, вжали два байбека, ПАшка и Дум. Больше байбеков у ГК Астра нет, кто погибнет, тот, возможно, больше в этой игре кнопки свои не понажимает. Пошел Айспас, задувка от ТХД. Пытается откидывается команда всем, чем у нее имеется, но Клеш просто залетает под фонтан уже практически, пытается здесь кого-нибудь убить, но, слушай, даггер нормально работает, ПАшки. Да. Забирает в итоге его, пойду пипи, есть ли у тиммейт, нет, к сожалению, у Скаймага его нет, но добирают прямо на фонтане здесь Китчсак. Нормально своего оппонента, 101 секунда не будет, собственно, ПАшки, и можно отсюда просто сейчас будет на как-то на блинках, на чем-то еще убегать ему. Хотя, возможно, он сейчас еще и заберет Рета, заберет ТХД под шумок, потому что урона в спину у него навалом. Ну да, забирает одного, забирает второго, можно писать ГГ. И даже дуэльку не дали для Тиаско. Зачем она уже нужна? Просто. ГГ. Лишним не будет. ГГ. 2-0. 2-0, дорогие друзья. Ну что ж, еще 36 минут потребовалось ребятам из сайберов, чтобы закончить эту игру. Поздравляем их от всей души. Неплохая выдалась катка.
Сейчас будем готовиться к интервью. Так как у меня нет сцены на троих, судя по всему, тебя, Фортинайн, я буду да, отпускать. Есть ли у тебя что-то, что ребятам передать надо, могу записать? Да я, если что, сам залечу к ним, передам все, что я думаю. Все, вот. Тоже верно. Да, клево вот. Покомментили. Спасибо. Все, Миш, спасибо, да, большое. Вот. Хороший опыт, мне прям зашло максимально. Ну, пиши, вот. Если что, буду что-то рад, придумай. Если что, еще ворваться. Да, давай, пока-пока. Все, всех благ. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим. Дота-статку с вами посмотрим. Как раз она сейчас прогрузится. И давайте наблюдать. Я пока параллельно кое-что подправлю тут у себя. Ага-га. Туда-сюда. Вот это вот здесь. Вот это сюда. И давайте, дота-статка. Что мы имеем? Собственно, где у нас господин Клещ? Ох ты, господи, получен урон 64, нанес 52, нормально. Рикимару тоже очень много, 51 тысяча. Нормальная катка выдалась для них. В целом, вся статистика перед вами на экране, дорогие друзья. Сейчас будем готовиться к интервью. Пока не знаю, кто на него пойдет. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите. Все, я отошел. Ребят, ждите, сейчас вернусь к вам с интервьюшкой. Никуда не переключайтесь. Ну что ж, дорогие друзья, вновь здравствуйте, добро пожаловать обратно на Лигу Чемпионов Бизнеса, с вами Михаил Лампа, закончили мы, собственно, нашу третью серию на сегодня, и на интервью ко мне вырвался Шеп, привет, дорогой. Привет, привет. Так, ну что, как я понимаю, вышли вы в гранд-финал, не зря в верхней сеточке боролись, чем я вас сильно поздравляю. Какие эмоции у тебя, у команды были, когда вы все-таки закончили эту серию? Эмоции, естественно, только положительные, все рады, довольны, готовимся к гранд-финалу уже. Чищ. Ты же в курсе, что я вместе с твоим тиммейтом комментировал? Да, конечно, конечно, у нас такой анонс был в наших всех группах с Эдуардом, я потом пересмотрю.
Пересматривай, да, мы там разгоняли. Ну, лучше не пересматривай, слушай, я там иногда вас обвинял в некотором, не надо. Не, тогда точно пересматривай, все команды будем смотреть теперь. Там просто это, я немножко негодовал, что вы любите подзатянуть, да, академически сыграть, там что-то под Рошанчика, еще что-то. Так это финал Венеров, конечно, лучше академически поиграть. Ну это понятно. Скажи мне, пожалуйста, в топе, не помню минуту, но ты точно помнишь вот эту вот зарубу, что это за драка за батон была, когда вы по очереди просто ходили под ПАшку сливаться и под всех остальных. Не знаю, просто что-то пошли. Один умер, второй умер, я ставерный тэпнулся, думаю, сейчас фантомочку убью, по итогу тоже не убил. Ну, катком поехали, потом собрались и... Но мы оба не поняли, что это было, честно говоря. Дали небольшую фору, пусть будет так. Ну, в какой-то момент мы даже, честно, начали задумываться о том, что, возможно, будет третья карта, потому что ПАшка совершила фатальную ошибку, она решила БФ собирать. После ПТшки, после всего минуте примерно к большой, когда там БФ покупать уже смысла не было. Потом начался какой-то фитфест, и она внезапно по нетворсам выросла. И были бы шансы даже того, что как будто бы может она перевернуть. Вот, но... Да не, на самом деле они забрали ПАшку на ласт. Мы чекали их игры, они берут фантомку, но фантомку брать в петуха и Легу, так это суицид. Лего ее стирает за БМ. Угу. Петух после БКБ ее стирает. Я бы просто хекс бы потом добрал, и она бы не жила. Он убивает ее за ульт, поэтому мы когда увидели ПАшку, мы подумали, блин, ну это должно быть легко, потому что это не тот герой, который против нашего пика играется. А еще он хотел собрать аганим на ПАшку. Что думаешь о этой шмотке? Аганим крутая шмотка на ПАшку, на самом деле она сбрасывает кулдауны. Да, то есть она залетает. Она дает шарда, потому что шард у нее тоже собран был. Убивает быстренько какого-то саппорта, типа меня, либо лича, обновляется и по новой. Угу. Аганим сильная шмотка на ПАшке, но это в последний слот уже, наверное, лучше ее собирать. Я понял. Так, что-то еще я хотел важное спросить такое. Ну, как минимум, а почему игнорите мету в банах? У вас не совсем стандартные баны были. К сожалению, уже не помню, кого вы банили. Мы посмотрели, на чем играют у типов Void Spirit, постоянно залетают Акс и Магнус. Вот, Легу как бы, в первом мы знали, что они заберут Легу, потому что мы Акс и Магнуса отдали. Угу. Во второй они забанили Пугну, у нас First Pick, почему не забрать Легу? Еще просочилась такая инфа, Тиаска на Легионке, как мы поняли, не играет особо, да? Это не его герой. Не-не-не, вообще он говорит, не, я вообще не хочу на нем играть, я не буду и так далее. Мы такие, да давайте по парофлу заберем у них, что они Пугну нам банят, явно Легу хотят забирать. Он такой, ладно, типа берите, что хотите уже мне. А он стримы мои не смотрел случайно, потому что у него именно упоротая моя сборка на Легу была один в один. Да не, я думаю, что нет. Я уточню потом. Не, ну мало ли так, просто окей. Так, еще хотел спросить, почему вы так рейтите Рики Мару? Он же, ну, не самый прям крепко сильный герой, просто играть комфортно? Мы первый раз его брали. Ну вот у нас Кичсак, он первый раз на Рикиче играл. Ну, я имею в виду в турнирных играх. Угу. Мы им просто спрашиваем, что хочешь? Он такой, Рики давай. Мы взяли Рики первый, во второй спрашиваем, он такой, да, опять до Рики давай. Герой сильный на самом деле, когда ему подняли ульту, в плане того, что когда он делает киллы, он поднимает очень много Сноуболится, опыта. Сноуболится, да. Опыта очень много залетало, да. Очень много, поэтому... А саппорты тонкие, то есть что там Джакира, Оракл, он их вырезает за 3-4 тычки, поэтому угу. Набирает хорошо. Так, какие планы, что будете делать перед гранд-финалом? Сколько у вас там? Есть же какое-то количество времени. Ну, неделя у нас. Да, что, да. Ничего не будем делать? Отдыхать будем. Звучит как план в целом. Это да. Как будем отдыхать. У вас время вообще на какие-то КВшки есть? Получается собраться или в команде с временем? Нет, на самом деле мы не собирались. Вот за прошлую неделю мы ни разу не собрались. А мешает поэтому это я... как-то играть вам, нет? Вообще нет, нет. У нас коммуникация хорошая. У нас в команде мы достаточно давно играем. Угу. Поэтому вот единственное у нас только замена — это наш Кэрри. Но он хорошо влился, все понимает и сам поколить может. И проблем никаких нет с коммуникацией в команде. Угу. Хорошо. А тренер у вас есть в команде или вы сами себе тренеры? Мы сами себя тренируем. А кто капитанит? Ну, капитан команды я, на пиках в основном вместе всегда сидим, что-то обсуждаем.
То есть какого-то человека, который принимает решение, как правило, нет. Вы просто сидите и обсуждаете. Да, мы сидим, обсуждаем. Я очень хотел Клинкса выкатить на четверку. Так это вот суперсильный герой. Я сегодня матча, не знаю, видел ты или нет. Захейтили мне Клинкса, захейтили. Я говорю, все, на петухе пойду играть, отстаньте тогда. Клинкс четверка, я сегодня смотрел. Средняя верага матча двух участников, двух команд была 7 тысяч. Средняя верага. Имба. Выкатывается Клинкс, четверка. В итоге у него чуть ли не топ-1 нетворс был. Он просто бегал и, извините за выражение, трахал всю карту. Вот. Так что надо брать, я считаю. Надо будет потестить вам обязательно. Если будет возможность какую-то КВшку залететь, потрогайте обязательно. Ну, супер сильно. Да я, в принципе, паблики на неделю только на Клинксе четверке играл, поэтому... Ну, вот. Ну, тем более, хочу, если у тебя он наигран... Будет готово, да. Да-да-да, надо попробовать. Ну что, не будем затягивать. Как минимум, я хочу уже уйти отдохнуть, если честно. Есть ли у тебя какие-то приветы, пожелания напоследок? Да, просто хочу сказать всем спасибо, кто смотрел, что болели. Жду всех зрителей на следующей неделе в финале. Yeah. Болейте за Кибер СРБ. Отлично. Ну что ж, спасибо тебе большое, дорогой, за интервью. Иди тоже отдыхай. Суббота, вечер, еще есть время немножко почилить. Да, все, спасибо. Давай, большое. Рад был слышать. Пока-пока. Взаимно, пока. Ну что ж, дорогие друзья, это был Шеп, не Шарп, не Шерп, не Щищ, не Щищ, а именно Шеп. Прекрасный наш капитан команды. Поздравляем, собственно, ребят. 2-0 смогли закрыть. Уверенная была рубка. Дота, пора тебя закрыть. Также, в свою очередь, я на тебя сегодня смотреть больше не могу. Дота, ты мне надоела, несмотря на то, что игры были очень крепкие и веселые. Ребятушки, напоминаю, завтра Counter-Strike. Я, кстати, даже не знаю, поставили меня на завтрашний КС или нет. Да, меня поставили на завтрашний КС. Буду я на BCL, нижнее подчеркивание, 0-2 для вас комментировать. Оден Стив против Zanners Gods. И второе буду победители матча Алмаз Антей против Яндекса с одной стороны, с другой стороны Московский банк против Тинькофф. То есть смотря кто там победит, будет рубка. Так что обязательно залетайте завтра еще посмотреть с нами КСик. Я думаю, будет тоже крепко, жарко, хорошо. Это у нас тем более золото будет, золотая лига, там рубка, как вы знаете, 10-е ранги Фейсита будут раздавать налево и направо. Тоже уже к финалам там подбираемся. Вот, ребятушки, спасибо, дорогие, что весь день сегодня со мной провели, те, кто приходили на все трансляции. Люблю вас, целую, обнимаю. Я пойду отдыхать, пойду немножко зачилюсь. Всех люблю, всех обнял, приподнял. Не забывайте под шумок, можете зафоловиться на мой канал Лампа, можете под шумок, да, реклама, вот, скинул вам в чатик Лампа Ньюс, тоже там анонс передвижений, на каких каналах я стримлю, где комментирую, там чего кого, залетайте в тележку. Всех люблю, всех обнял, приподнял, до завтра, дорогие. Хорошего вам вечера, субботы, щищ.